Всем привет! Всем привет! Саша улетел в галактику. Всем привет, ребята! Это вечерние кости с приключением Вестика Бури! Сегодня вторник, 9 часов по Москве. И мы будем начинать продолжать все на свете, что мы не закончили в прошлый раз. Давайте сначала пройдемся по вещам, которые у нас есть, новенькие вещи по жизни канала и все такое. Первым же делом, все, кто еще не попал в Discord. Да-да-да. Почему вы туда пока что не попали? Я не знаю, не знаю. Мы открыли канал Дискорда, где все костяшки могут собираться и обсуждать темы, начиная от стримов, узнавать самую новую информацию, общаться со всеми нами. Даже Олег там оказывается, только я только сейчас узнал. Даже я, такой вот, который нигде не сижу. Он там, только он под каким-то странным ником, но вы его узнаете после какого-то времени. Подпольный агент. Похрестным, после Келлинвора, как я встретился с ним, вот он мне дал это имя. Да? Но потом, вы сами узнаете его разные дого-приколы. В моем ЖЖ. Да, так что в Дискорде можно будет это делать. Вторым же делом, можно будет собираться, я знаю, некоторые из вас хотели собраться поиграть, можно будет, есть группа, где можно найти игроков себе, написать что-нибудь, можно найти себе ДМа, если кто-то ищет, то есть нормальная организация по-человечески, я могу подсказать или помочь, если вы там в организационных вопросах. Второе же, был уже поднят в прошлый раз вопрос с Ребелом о том, что когда же будут игры супер костяшек, то есть мы говорили о том, что мы проведем в интернете перед Новым годом одну игру с подписчиками, кто пожелает, никому не обязательно, разберемся, в каком формате мы будем это делать, и там есть отдельная комнатка, называется комната супер костей, там имеют права те, кто, люди, которые подписались на нас, и мы сможем как-то назначить одно время, посидеть, поговорить, и, может, кто-то из ребят тоже захочет поиграть по интернету с нами вместе. Что-то во что-то придумаем что-нибудь. Можно и вполне возможно, если кому-то захочется поиграть в иное. Это вообще, я думаю, будет весело. Покидать виртуальные кубики, да? За сторону да. Нежити. А, за сторону нежити, я так и понял. Я думаю, что Келлинвор не будет это поддерживать, который сейчас сидит тут у нас. Следующее, что по списку, это то, что, как всегда, у меня это, я думаю, самые главные мои, как-то, монологи мои. Первым же делом, ребята, мы уже чуть-чуть уже, где я тут, вот тут вот, наверное, как-то вот тут вот где-то. Вот наш маленький бар, который мы собираем на нашу аренду. Каждую неделю мы приближаемся ближе и ближе к цели. Так что, ребят, кто может поддержать наш канал, поддерживайте с донатом. Оно дает тебе куча костей, которых ты можешь потом тратить на таких стримах, где можно нас убивать и издеваться над нами, или помогать, другое, зависит от стрима. И, конечно, мы будем вечно благодарны за помощь, как за счет вас мы можем существовать. А следующее... Мы кушаем за деньги, которые вы нам присылаете. Нет. Мы платим аренду за то, что они присылают. Второе — это подписчики. Это новая тема, которую мы уже спустили с этого месяца. Многие спрашивают, зачем, типа, для чего это делать. Первым делом вам дается очень крутой тупо 20 стикер, который вы можете кидать в чатике. Кто-то из подписчиков, кто сидит, киньте, чтобы был пример для других, которые нас смотрят. Он уже работает, наш Twitch уже не подвел. Вчера ночью мне только одобрили его, я не понимаю, в чем была проблема на самом деле. Кажется, они пересматривали все эпизоды, чтобы понять, что такое да, тупо 20. Да, тупо 20, да, я так и подозревал, на самом деле. Второе, что у нас сегодня в списке 4 подписчика мы ищем. Для чего это будет делаться? Если мы сегодня добьемся еще 4 подписчиков, мы будем разыгрывать среди подписчиков очень крутую вещь, которую мы готовим вместе с мастером Каспаром. Это дайсбокс, который будет вместить... Я тоже хочу дайсбокс. Подписывайся. Подписывайся, что в чем проблема? Дайсбокс как... Я вообще-то хочу эти тупо 20. Да, видишь, она тупо 20 хочет. Такие вот... Жизнь несправедлива, ребята. Мы тут застряли на крутом приключении. Идем играть в другое место. Они тут ничего не дают.
Те, которые подпишутся сейчас, и все остальные подписчики, среди них разыграется Dicebox. Dicebox будет с нашим логотипом, будет супер крутой, красивый. К ним еще пойдут, конечно же, в комплекте вот такие вот наклеечки. Они уже всюду в эти наклейки, повсюду. И не знаю, ты как у нас пойдет ли или нет. Вот такая вот штука еще есть под кружку, пока вы пьете свой эль, чтобы все было в стиле наших костяшек, и чтобы ты всем мог показать, что ты самый крутой. Так что да, подписывайтесь, ребята, это очень главное, очень важно. Я сегодня это жарю. Недоум. Так, ладно, давайте включать и возвращаться обратно, где мы. Стат не работает. Да, я знаю, что стат не работает. Ребята, те, которые... Стат идет, то есть оно накапливается за это время, пока вы тут сидите. Я попробую в перерывчике посмотреть, что с ним. Но мне кажется, это надо рестартнуть сам стрим. Этого мы не будем делать. Как бы вы ничего не потеряете, просто сейчас эта команда что-то заглючила. Я сам не знаю, почему. На самом деле, я очень рад, ты хотя бы стикер работает, который я уже об него бился. Понемножку. Да. Ладно. Все, уже? Да, я думаю, есть еще какие-то пожелания? Да, добавьте мне. Зуба крутой щит. Все тут? Все. Все? Все готовы? Зрители все готовы? Окей. Ты не сказал, что мы играем по пятой редакции Dungeons & Dragons по миру Ганои. Да, точно. Мы играем в Dungeons & Dragons по... миру Эной, и я не буду сейчас еще представлять каждому, это, мне кажется, уже давным-давно ненужная вещь. Короче, кидай мне инициативу, да? Объясни, на чем мы закончим. Так, я... Ну, настраивайся. Мне кажется, я как раз хочу... Вы не представляете, как иногда я хочу задушить. В прошлый раз мы закончили на том, что путешественники под именем Вестники Бури, проходя сквозь пустыню на квесте найти искру Титана, проходят сквозь болото. Болото было волшебное, где они обнаружили хижинку с бабулечкой. Скромные разговоры с бабулечкой и поедание попок приключенцев привело к тому, что в конце концов Каспар с ловкими ручками смог ее заключить в серебряную флягу обратно. В тот же момент заключив ее в эту фляжку и забрав темные силы, которые обитали на этом болотце. Он оживил дерево. Дерево из Альвальда открыло им путь вновь с болота. Они за полдня смогли добраться из этого болотца. И уже на пути к горе Зур, на полдня оставалось буквально до самой горы, где они встретились на холме, как бы их ожидала картина, где идет сопротивление нежити и темных рыцарей и самого Вортекса с тремя необычными персонажами. Они издалека выглядели как огры, которые меньше по размеру, чем их собратья, и явно они владели магией, как отбивались от нежити с помощью магии. И в последний момент один из них повернулся к ним, смотря вверх на бархан, и прокричал, что «Помогайте нам! Что вы стоите?» И в этот момент мы закончили, и что мы будем делать? Ну, я буду помогать. Бросаем инициативу. Подождите, а что сразу инициативу бросать? Кидайте инициативу! А может, не надо их спасать? Ну, я буду помогать. Первая тупо 20. Прошмыгнуть мимо здесь. 24 инициатива. Все мы забрали. Так, 24 Каспар. Интересно, кто будет ходить первым? 21 Рюрик. Рюрик будет ходить первым. Да? Тупо 3. Это так работает. Да? 18. Так,
Так, я не буду кидать за этих всех чудиков. Так, что там? Это новая музыка. Это что было быстрее? Мы долго клубик кидаем. За каждого кидаешь? Да? Ну, по краю, по группам как-то хотя бы, чтобы было все. И эти вот. Плюс минус один. Так, ходишь первый ты, Каспар. Поле боя... Нет. У него 21, у меня 24. Да. А, ну, типа 20-то. Я за тебя тут гну линию! Ты видишь следующее, что снизу в углублении стоят трое в спину... Чуть-чуть выше голиафского роста огры, которые отбиваются от волн сверху с другой стороны, которые приходят из нежити, и наблюдают за ним с одной из противоположного холма один такой вот же темный рыцарь. И если сейчас присмотреться, возле него есть два не из плоти, а просто из тени выходя два демона, которые стоят за ним. И сзади еще видится за барханом еще кто-то стоит, но ты его точно еще пока что не видишь. Хорошо. Как бы это лучше сделать? А сколько там футов вообще? Давай, я так подозреваю, что я добегаю до этого крайнего чувака. Семьдесят пять футов до кого? До вот этого вот чувака. Мортус 12, спасибо, что ты стал супер костяшкой. Сердечко. Да-да, сердечко надо кидать. Да-да-да-да. Так. Окей. Кому ты бежишь? Начнем с этого первого. Или до него добегают. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Ну как раз 45 футов было. Ну я хотел с той стороны к нему бежать. Но я добегаю с той стороны. С той стороны. Вот да. Так вот стоишь. Хорошо. Да. Давай. Что это такое вообще передо мной? Перед тобой выглядит как дух человека, который был высосан вортексом. Ты таких уже таких уже встречал. Окей, я заношу свой посох. Так. 13. Попадает. 14. Попадает. И рукопашная атака. 15. Попадает. Так, поехали. Так, 6 плюс 4, 10. 11. И... 8. 21, 29 всего. 29. Фу-фу-фу, нанес ему. Ты наносишь один, второй, третий, и потом с рядом ки, который у тебя образуется магическая атака, которую мы узнали, кстати, у тебя не магические атаки с посохом. Потому что это особенность монаха Кенсея, который может заряжать магической атакой свой. Зачем здесь столько книг? Да-да, давай. Сейчас посмотрим. Я тебя возгружу. Подожди, не спеши с выводами. Русский вариант, он не точный. Давай посмотрим. Мы в прошлый раз уже смотрели. Это ваш. Такая веселая игра. Честно. Так. Отдай мне мою книжку. Как у вас дела? Пишите в чат, как у вас дела, да. Нам правда. Your unarmored strikes count as magical. Окей. Тогда я бью рукопашный. Если парам-парам-пам. Тогда давай я перекину урон просто. Давай, это пока что будет считаться так, чтобы это было. Хорошо. Я просто тебе на будущее говорю, потому что сделали новый класс монаха, который специально специализируется на тем, чтобы превращать. Мастер оружия. Да, мастер оружия. Ты носишь первый, второй, третий и кулаком вверх проводя, просто разлетается эта душа. Ходит следующий Рюрик. Он душу разнес, да?
Угу. Вот пёс. Рифму говоришь, ты в курсе? Конечно. А какое расстояние получается от меня до ближайшего... До этого? Да, высохнуло из пальца человека. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. 55. Хорошо. Я использую кентрип Sacred Flame. Священное пламя. Там радиус как раз 60 футов. По нему он должен пойти спас бросок на ловкость. Ловкость. 13 плюс 2. 15. 15. У меня ровно 15. Значит, не проходит. Понимаю, что не проходит. Он получает 2d8 урона божественной силы. Это 11. 11 урона он получает божественной силы, божественным пламенем. Я его поджариваю так. И... преодолеваю. И я вызываю бонусным действием. Молот. Молот. И преодолеваю... Сколько у тебя ход? 25. До этих. До... Да. Ты как подбегаешь ближе, их лучше можно сейчас уже рассмотреть. Они вполне выглядят как огры, просто чуть уменьшенной формы. Точно так же носят какие-то необычные предметы на себя. Очень много у них украшений в виде черепов. Больше ничего такого не видно, кроме того, что у них сияющие синие татуировки по всему телу, которые пульсируют зарядом. Ходят вот эти ручки. Так, раз, два. Первый подлетает покрупнее из одних душ, и он пробует его нанести. КД 18. 18 КД? Угу. 4 плюс 6 первый не попадает. И 1. Два раза он наносит рукой, пробует попасть в тебя, ты ловко уворачиваешься. Следующий двигается. Вот это вот. И точно так же попробуйте ударить. Блин. 7 плюс 6, 13. Летаются как мухи на... 6 плюс 6, 12. Не попадаю два раза. Каспар увидит просто... Уворачивается от этого всего. И ходит... Вот этот вот, который подбегает к нему. Выкидывает 4 плюс 6, 10. Вы видите, как... пролетает дух и пробует дотронуться до этого огра, и видите, что есть пульсирующий щит прямо перед огром магический, который просто исходит из его тела, и он как прикасается, его отбивает первый раз, и второй раз 6 плюс 6, 12, не попадает тоже. Подлетает вортекс. Первый удар попадает. Видите, как в главного, который самый крупный из огров, с выбитым глазом, вортекс его начинает засасывать. Увидите, ты некоторые части его тела начинают темнеть. Он наносит ему 21 урон, чтобы для скорости. И еще раз. Второй раз не попадает. Так, и ходят Татхи. Стреляй! Надень шапку! Это действие. Да. Это действие, на нее надо было настроиться, если что. Ну, она там с ней спала. Хорошо. Не знаю, какой у меня толк сейчас. Я не знаю, не сбиваю я с толку. Зато было бы прикольно. Ладно. Хочу... Так, спасибо за подписку Нотробешпилеренот. Ну, клянусь. Он не правильно, он, я уверен, я, что я клянусь Богом, что вы сомневаетесь, что там. Почему, почему нет ника Вася 1, Иван 2? Ну ладно, спасибо большое. Нотробешпилеренот. Огромное тебе спасибо за подписку. One Love, еще двое не хватает для того, для великолепного розыгрыша. Да, я тебя слушаю, Оксана. Татхи! Скажи, я хочу, ну,
то есть я буду стрелять, но я хочу сначала понаблюдать, что вообще происходит. То есть, mm-hmm. Вот там я вижу какая-то фигура, да? Mm-hmm. Я ее вижу. Какую? Сзади, которая стоит? Да. Да, ты еще такую не видела. Они встречались уже, может, они тебе рассказывали. Они встретились один раз с рыцарем, который был на темной стороне силы, скажем так. Скажем так, мне может показаться, что это чернокнижий. Вот этот дальний? Нет. Вот этот? Да. Тебе больше похоже, ты это рыцарь в темных латах. Он не похож на волшебника больше. Mm-hmm. А тот, который сзади стоит него, если ты хочешь присмотреться, я тебе дам бесплатным действием присмотреться. Но он как бы стоит как раз за барханом, его тяжело видно. У него большие уши. Да. Кого? Я могу увидеть, что у него большие уши или что? У него шлем. На самом деле, то есть если он мне не кажется чернокнижником, то я вижу, что Вортекс нападает, да? Да. Буду стрелять, наверное, в него. Давай. Большим действием я использую метку. На него? Хорошо. Да. На Вортекс, давай. Натягиваю тетиву. Давай. Отпускаю. 6+9. Попадает. 15. 9+9, 18. Попадает. Хорошо. Ладно. Так, урон. 8+4, 12. 6+4, 10, 24. 25. 27. И... Колосс, да, один? Да. 27+7, 34. Понял? Вы видите, что Тафи, когда натягивает свою тетиву и выстреливает, лук и ее стрелы попадают в этот вортекс. Ну, первый удар и второй удар чуть-чуть делают какой-то диссонанс в этом вортексе. Ну, не настолько оно эффективно, как бы хотелось бы. И он дальше крутится дальше. Ходит... Крутится-вертится. Ходит первый демон. Опа, у меня демон куда-то пропал. Вот этот сзади мне что-то не играет. Прошу прощения. Тебя напрягает. Что-то мне не нравится. Пропадучий демон. Да, пропадучий демон. Я тут. Так, он передвигается 30 футов. Раз, два, три, четыре, пять. Еще один. Почти. Не добегает. Раз, два, три, четыре, пять. Элементарно. Так, и... Теневой демон. И следующий, это темный рыцарь, он использует Misty Step. Напомни, пожалуйста, мне сколько у него. 30 футов. 30 футов. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И использую свой шаг. Сколько он еще? 30 футов еще. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И пробует ударить Огра сзади. Подставился. Бьет Огра. Так, как в шар. Так. Так, он выкинул 19+9, 28. Подозреваю, что хватает. И да. И он наносит, сейчас скажу. Сейчас одним ударом свалит. Пополам. Перед тобой. Screw you guys, I'm going home. И убегает. Так, наносит 14 урона. Поворачивается со своим мечом и бьет по маленькому Рюрику. Который что-то там видел, где-то там. 17+9, 27 попадает. Попадает! Только он получает молнии. Сдачу. Давай. Бабушка учила давать сдачи. Он должен пройти сквозь бросок на ловкость. 14+0, 14. Не проходит. Да. Поэтому он получает 2d8 урона громом. Давай. 12. Он меня бьет этим мечом, и меч, когда ударяется об пузик. Я понял. Мой. Да. И от удара просто пузику волны и гром так.
еще разлетается. На секунду можно... Его меч отбрасывает обратно прямо от удара. И Рюрик тоже катится в другую сторону. На секунду можно разбить кубики на пузике Рюрика. Что? Оно откидывает или нет? Нет, не откидывает. Я понял. Нет, хотя я могу, подожди, я могу на самом деле... если он больше размера, чем ты? Да, нет, то есть больших и всех, кто ну, считается большим существом и меньше, я могу отбросить на 10 футов, используя Channel Divinity. Если это ты хочешь делать. Да, там некуда, на самом деле. Отбрось меч на него. Пофигу, отбрасывай его. Давай. Куда бы ни было, туда. Лети обратно, пёс! И он тебя, в момент, когда он бьет меня по пузику, этот гром разлетается, так, бич, волны по моему пузику тоже, и на секунду видно пресс, кубики видно. Я хотел бы, первым же делом происходит следующее. Он, когда замахивается тебя и попадает по тебе, ты видишь, что его меч пульсирует белым светом, а потом он начинает в темный цвет переходить. Ты получаешь 8 плюс 4 урона режущего и... И 3d8, 7, 9, 14 урона, не критического урона. 14 плюс 14. Да, и я бы хотел, чтобы ты кинул спазм шок на телосложение, как твоя молния и темный свет просто поражает твои глаза, и ты на какой-то момент просто теряешь зор. Сделал blinding smite. 4. Тупо 4. Ты просто видишь темноту перед своими глазами. На это все он поворачивается и еще раз бьет огра. Но он выкидывает 2, не попадает. И ходит дальше. Огры. Виталик, да? Пишут, что камера кубики показывает и штрих-коды. Да, какие штрих-коды? Это кубики пресса. Я думаю, твоя камера. А мы, кстати, не размыты. Нет, ну мы. Это Twitch. Какие кубики они видят? Может быть, это Twitch? Камера не выдержала бросков. Витя, камера. Верните ДМ, а камера. Ребята, камера все, это у кого-то, у одного... Все пишут. Окей. Перезагрузить Twitch, я не знаю. В чем проблема? Мой Twitch? Вот, кто-то хопнул его. Это Рюрик, когда пузик. Да я ж не трогал. Ага, ага. Это громом, это громом. Помехи во время бури. Такое бывает. Что? Ничего. Ты сделал? Да, все нормально. Да, все. Это было... Такой хоррор стал, короче. Мы должны позвонить в колл-центр. Ребята, рассказывайте, как у вас дела. Что было хорошего сегодня? Что было у вас хорошего сегодня? Кто вас заставил? Я знаю, что Даркан играет в Destiny 2. Поэтому его сегодня нету, я так понимаю. На PS-ке? Да, Destiny 2 хорошая. Рурик одобряет. Все. На правах рекламы. Темные силы ушли, и я, по-моему, вот сейчас вот вернемся. Опа! Все работает. Отлично. Он наносит последний свою атаку по огру, которой он промахивается, и ходит дальше огры. Огры делают следующее. Тот, который самый высокий, с одним глазом, он поворачивается к вам и говорит... Вот этот вот. Вот он. Он поворачивается и говорит: «Подходите поближе, мы поднимаем поле!» И... вы видите, что он начинает какую-то магию, просто начинает искры между его ладони появляться, и маленький свет начинает появляться, и он встает больше и больше и больше. А вторые два огра начинают отбиваться. Первый промахивается, второй выбивает, попадает со своей дубинкой по вот этой по башке. По башке. Одному из духов, который бил как раз 7 плюс 5, 12. Он сносит этот дух, который уже бил Рюрик. И... Он выбил из него дух. Да, он выбил. Он прямым смыслом. Лорик, ходишь ты. Отзываюсь на
На зов этих огров и иду к ним. Подхожу к ним поближе. Сколько у тебя ход? 30. Раз, два, три. Вали этого. 5. 6. Черного. 6. Бонусным действием я бы активировал бы свой щит. Твой щит появляется? Да. Пульсирует. Пульсирует, да. А основным действием я бы достал бы булаву свою ужаса. Давай. Булава ужаса. Поднимаю ее высоко над головой. Давай. И пускай все в радиусе 30 футов враждебные существа. Угу. То есть, наверное, эти трое, да? Рыцарь, один демон и вор. Да, да. Те, ну, на 15. На так, единственный, кто не имеет иммунитет к этому, это вот этот вот демон, и он выкинул один. Так что запишу на него, что он... Походу, у него там что-то стекает струйка. Да. Да. Ты видишь, что темная форма демона начинает пошатываться, и его форма пробует отдалиться от тебя. Ты что-то делаешь, чтобы он здесь? Это основное, да, дело здесь. А у них иммунитет, да? Печально вообще. Ну ничего, да, shit happens. Ну что ты это узнал? Следующий. Зацит. Да. Все, заканчиваешь ход? Да, я понял. Да. Фигура, которая была за барханом, поднимается на сам бархан и просто стоит и наблюдает над этим всем. Ходит Каспар. Это уже проходил. Окей. А, вижу ли я какое-то поле, которое появилось там, или что-то, что-то произошло? Ты видишь, что тот, который кричал, это начинает кастовать что-то. То есть у него появляется в руке какой-то светящийся какой-то сосуд, что ли, или... То есть что-то начинает мигать. Угу. Все, что ты понимаешь, это он начинает использовать какую-то магию. Окей, хорошо. Я же добегаю, правда, до темного паладина, если что? Ну, типа... Да, ты его добегаешь, но у тебя будет двое, которые будут пытаться... Я использую бонусным действием шаг ветра для того, чтобы они меня не били, как дисенгейдж. Я понял. Подбегаю к нему с противоположной стороны, да. Так, я понял. И... начинаю его бить. К страху. К смерти. 17 плюс 7. Попадает? Тупо 20. Так, давай я тогда это повыкидываю. И все, тогда я убью рукопашный, правильно? Я не знаю. Ну, то есть, чтобы это типа тебя... был магический урон. Ну, если ты так думаешь, okay. что тебе нужно так делать, тогда делай, ну, это, да. Так. Это undead? Это undead. Тогда еще плюс 3 к этому. Каждой атаке? Да. Урон. Каждому урону. Окей. Okay. Так. 10, 16 плюс 8, угу. это 24 плюс 6. Ты 3 атаки, нет? Это 2 атаки. А, 2 атаки, я понял. Плюс 6. 30 всего. 30? Это 2 атаки. И шквал ударов. Давай. А, нет. Потому что я уже бонусный использовал. Все. Я понял. Всего 30 урон. Я понял. Ты что-то используешь на него или что-то делаешь еще? Я не могу ничего больше. А, я понял, все. Только шквал ударов у меня имеет. Я понял. Рюрик? Бей ему в шлем! Хорошо. Он ранен немножко, да, насколько я помню? Я думаю, что немножко. Он, да, выглядит как будто подбитые его латы. Я использую заговор, который называется Toll the Dead. Что это? Это что такое? Это из Senators... Что он делает? Опиши нам, чтобы мы знали. Значит, этот кентрип, у него дистанция действия 60 футов. Собственно... Это этот Hellsbell, что ли? Это этот? Да, да. Короче, ну, это фактически, колокол смерти. Он должен произвести спас-бросок на мудрость против 15. 16. Проходит. Жаль. Ну, да. А что бы с ним произошло? Да. Значит, он бы получил 1d8 некротического урона, но если бы у него, если он ранен, то он получает 15d8. Даже не так, он бы получил 2d8 урона, но если он ранен, то он получает 2d12 урона. Но сейчас он не получает ничего. Вообще, происходит следующее. Я бью себя по пузу. И
начинают вот этот резонанс, эти... Надо просто подергать, просто чуть-чуть аккуратно. Ну не настолько. Не совсем. Да, чуть-чуть подвинь сюда ее. Все, окей. На сегодня я ухожу в этот транс. Да, да ладно, все нормально. Энергия зашкаливает. Залетает этот спел, он отбивается от него, он стоит. Его под шлемом начинает светиться зеленый цвет, и он оборачивается на тебя и. По мизинчику его молот! У тебя еще бонус на действие. Я смотрю, что на него действует такой молотом его. Давай. Молотом и все. 25. Попадает. Ну, наконец-то. И на его. Пам! 11 урона. Потому что плюс 3 за... Ой, плюс 4. А это не оно? Нет. Плюс 4. Так что сколько? 12. 12 урона. Ты видишь, ты после того, как взрывается твое заклинание, ты видишь, как твой молот попадает прямо ему в лад. И дальше смотрит на тебя и пробует передвигаться в твою сторону. Я ухожу обратно. Ну и не надо. Ну отхожу, насколько хватит. Я понял. Мудак. Ходят... Спектры. Спектры подлетают к главному огру, который кастует. И первый промахивается. Второй промахивается. Блин, я кидаю 6 и 4 всю дорогу. 6 опять. Он 4 раза пролетает, и огр, хоть он достаточно крупный, он как-то отвертывается и держит концентрацию дальше на магии, чтобы поднять поле. Ходит Татхи. Теперь я вижу, что это чернокнижник. Ты видишь, что это мужчина или какой-то образ? Нет, давай скажем так, он мне кажется чернокнижником или нет? Он носит огромный щит с бронзы, который изображает лицо, которое хмурится. Он в темных рясах серого цвета, носит шлем, изображающий как бы крылья летучих мышей, и держит огромный посох с лицом смерти на нем. То бишь книги у него при себе нет. Я думаю, что это почтальон. Это 20 футов радиус. Ну, короче, чтобы эти и тот, они попадают вместе? Вот эти вот? Нет. Вот эти? Нет. Раз, два и тот третий. Вот эти трое? Между ними сюда? Да. Ага, можно, да, попадают. Тогда Татхи берет 7, 5, 4, 30, и кастует шипы. Шипы, хорошо. Появляется вот тут вот. Вот это вот круговое поле будет считаться как шипы, и они не могут передвигаться. И это магический... Если они стоят, что-то происходит, или не надо ничего делать? Или только когда передвигаются? Я понял. Ты что-то еще делаешь? Передвигаешься куда-то или нет? Нет. Я понял. Ходит рыцарь. Он использует... Что он использует? Он использует опять... Так, вопрос. Мисти Сэп дает атаку или нет? Он использует Мисти Сэп опять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Он еще бежит, он еще такой атакует, и такой, что за хер? Offensive. Да. Он видит, что кастуется магия с этой стороны, и он нападает на лучницу. Первая атака 10 плюс 7, 17. Тут пишут, что стрим у Гайки. Да. Что у нас сегодня за... Неудача специалов. Точно. Смотри. Почему? Это инет у нас. Инет лагает. Заплатили за инет? Да. Ну, чат есть. Я уже почти не делался. Что-то какая-то лажа сегодня. По-моему, кто-то... Мне кажется, что камера... студии. Ну, ребутнули стрим.
помогает? Все, все, да, все, все. Все начинается, если задержка большая. Реально нет. Чё, может, нету реально? Зайди, ну, блин, с чатика приходит сообщение. Значит, есть нет. А бродкаст может рестартнуть просто. Да-да, я... Типа в OBS или где оно там. Пишут, что работает. Ну, говорят, ну, ты не видишь, а все пишут, что видят. Да, а вы Twitch воскрес, все. Сейчас должно быть. Нас сегодня дедосят. А ты. Как-то странно. Я тоже не очень понимаю, что происходит. У меня не в сети я до сих пор. Ты не в сети? О, вот сейчас пошел. Есть? Тормоза. Да-да, не тормоза. Кто тормоза, мы или они? Или Twitch. Что происходит? Так. Ну, я вижу, вон, смотри, что в Twitch происходит. Но. А, почему? Почему идет пропуск кадров? Так, я понял, это может из-за. 60 FPS. У вас плохие видеокарты. Сейчас, ребята, 2 минутки. У вас компы не выгребают, у нас просто слишком крутая графика, понятно. Просадка FPS. У нас тут шейдеры и всякие приколы. Это наш. Все, я могу тоже отойти, да? На первом пне не катит вообще. Да. Можете помочь. Сколько там надо прокинуть? Нужно на Титане нас смотреть просто. Так, я не очень понимаю, у всех уже нормально? Норм? Да? Да, все, вот кто ходил? Я хотела, ты хочешь? Есть? Да, все пошло? А, меня бьют. Нет, давай я подожду, пока меня бьют. Куда ты хочешь? Чего это? Проверить рыцарь целую установку? Нет, целовая установка у тебя, я ею не пользуюсь. Нет, какой у нас план действия, господа? Ну, ждите, надо фокусить этого чела. Он мне не нравится. Он, ну не знаю, он что-то типа... Ну, того надо замочить, потом этого. Ну, я не знаю. Потом вортекс. Но он уже убежал, мне туда заменить. Не, не беги за ним. Можешь этого мочить потом. Загоняй их туда. Да. Не, этого. Вортекса, я думаю, мы тут замочим. Там. Хотя хрен. Ну, хотя я бы не уходил бы отсюда, потому что я держу ауру протекции, типа, на них, типа, было бы это... И можешь тогда завалить между ними, типа, куда-то. Ладно, пока все не стали, потому что делать. Встать, типа, между ними, типа. Скажешь, когда меня убьют, хорошо? Ну, или не между ними. Беги, беги. Она ушла в эту. Что-то я не понял, что произошло. Извините, ребят, у нас такое первый раз, я что-то не очень понимаю, в чем дело. Вроде бы все норм уже, да? Да? А, да, да, уже. Только Татхи пропала. Только Татхи пропала. Ее нету. Она ушла в стелс. Я кину вместо нее бросок с нескольких. Ладно. Фигово ушла в стелс. Это все потому, что... Она провалилась в текстуры. Да, да. Вышло. Обновляйте свои компы, потому что наши стримы сами видите. Слишком требовательны к железу. Это еще круче, чем майнить биткоины. Криптовалюта, форки. Майнить ногти. Блокчейн. Все, окей, ладно. Давай возвращаемся обратно к делу. Рыцарь подбегает сквозь тебя, ты вставишь метку, проклятие на него. И бьет 2 раза рыцарь, он выкинул, я думаю, за 20. И третий раз еще 11 плюс 7, 18. Сколько у Татхи КД? 18. Посмотри, сколько у Татхи КД. У Татхи КД 15 плюс 2, 17. 17 попадает. Так что он попадает 3 раза по Татхи. Так, 7. Посмотри заодно сразу же, сколько у него ХП. 1, 2, 8, где? 72. Под хитанк. 10, 12, 22, 30. И использует еще Branding Smite. Branding Smite? Что? Это тебя бьют. Да? Пока что 30, он еще там что-то использует. А сколько вы сказали, когда? 17. Он не может использовать, потому что он использовал уже одно заклинание. Вместе с тобой, все правильно. Ты
Он поднимает меч и раз, два, три раза попадает по тебе. Ты получаешь 30 урона. А потом чувствует, как его начинает переждать за попку. Да, его он почувствовал проклятие. И ходит дальше огры, которые заканчивают свое заклинание. И вы видите, что в кругу огров над ними начинается подниматься купол, который дрожит синим-синим цветом. И некоторые из существ, которые стоят возле них, отталкиваются. На 5 метров. Я еще тебя чуть перебукин на концентрацию. Да, да. На шипы. Так я не думаю, что я прокину. Не, стоп. Там, 15, 15, там они что? Отдельно считаются. То есть она получала по 8 там, и 12. Кидай. Это 10 плюс 4, 15 надо прокинуть. Телосложение. 3 раза 15. Сколько? 1 раз ты, если провалишь, уже хватает. Все, шипы расходятся. Огры дальше стоят и смотрят на вас и говорят: заходите внутрь! Подходите поближе! А насколько большая эта сфера? 5 футов от них еще есть. То есть как раз вы вмещаетесь в этот... То есть может как бы там стоять? Ты стоишь в нем, да? Что эта камера теперь зависла? Да не может быть. У нас сегодня этот... Расскажите, как у вас дела? Нет, не надо, давай без этого, чтобы уже не сбивать постоянно. Лорик, ходи ты и все. Лорик, что ты делаешь? Что я делаю? Я слушаюсь огров и захожу к ним в гости. В их уютную избушку из голубого сияния. Куда ты заходишь? Из огров. Ты можешь стоять в сиянии. Хочу видеть это направление. То есть ты можешь пройти вот сюда, вот в эту сторону. Хорошо. А основным действием я бы хотел бы, пока я ухожу, еще на Каспара и на Рюрика и на какого-то из огров благословить их. Благословить их? Что это делает? Я показываю им жест... Жест хвостом. И это направляет их в их сторону силовую энергию и благословляет их на 1k4, на спас броски и на атаку. Это насколько это? Долго? На минуту. На минуту, то есть нет. Окей, отлично. Ты кастуешь благословение на них, и следующее ходит духи, которые пробуют продираться сквозь это все. Сначала ходят духи, а потом деды. Два, четыре. Эти двое... Как ударяются об оболочку, ты увидишь, что они обгорают, и видно, что они визуально получают урон от того, как прикасаются к этому полю. То есть, и они не проходят. А вот эти вот двое, которые скрою, не проходят сквозь поле. А Vortex выкидывает 12 плюс 8. Он продвигается сквозь поле, получает 7 урона. И последний демон, который... Он делает раз, два, три, четыре, шесть, и кидает. Заткнулся. И кидает спас бросок, выкидывает 13. Плюс 2 он прокидывает, и это тоже прокидывается. У тебя 15 спас бросок? Да. Если сложить 15, и он выкидывает 15, он прокидывает. Да. И этот демон тоже сквозь проходит, получает 2d6 урона. 8 урона, записываю. И ходит Каспар. Это персона, которая стояла на бархане, дальше наблюдает над этим всем. Пока видно ли, что он делает какие-то движения руками, что-то говорит? Кинь на внимательность. 16. Не похоже на то, чтобы он что-то вообще делал. Он держит посох в руках и свой щит, и его темный шлем заслоняет его глаза, то есть не видно, то он как наблюдает над этим, но пока что он не дает никаких признаков о том, чтобы он что-то бы делал бы. Он мне не нравится. Я бегу его бить. Давай. Камон. Ты выбегаешь из поля. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 40 у тебя есть? Конечно, у меня 50. Давай. Я еще могу назад. Беги его туда, с другой стороны. Зачем? Давай. Так, плюс d4, да? Да. Первая атака. Так, 20. Двадцать. Ну нету по 20. Я понял. Вторая атака. Давай.
Так, 17. 17, понял. Попадает. Ты первый удар, когда ты наносишь удар... Какое? Не слушай их. Я наношу удар. Тупо. Слишком много разговоров. Привет. Сегодня я понял, что даже всесильный бог просто букашка перед гриппами российскими холодами. Келемор, выздоравливай, дружище. Ты первым ударом ты наносишь руками, да? Ты проносишь первый удар. И второй, и первый удар, такое ощущение, как будто ты попадаешь в его плащ, и он как-то отклоняется. Второй удар, ты уже просматриваешь свой ход своего удара, и ты видишь, как твой удар просто сквозь его тело проходит. Окей. И как твой удар проходит, он его тень, как дымок, сходится обратно. Окей, это магический урон, да? Да. Окей, тогда я хочу прямо через него попробовать дойти до этого еще. Давай. Ты без проблем передвигаешься сквозь него, как будто он просто, его тут нету. Отлично. И... Что, еще один рукопашный, да? Давай. 11. Не попадает. И по второму демону... Фу, тоже он как тень... Отходит. Ходит Рюрик. Я понял. Я бы хотел лопнуть среднее зелье лечения. Он слепой. Что это дает? Если ты атакуешь на любое существо, у тебя помеха, да? У тебя помеха, да. Хорошо, я использую среднее зелье лечения, да, которое давай. У меня было. Давай. Сколько оно там? Помнишь? К 8 или по 6? Шо, сколько оно? Среднее, 2 так спрашивай. 2d4 плюс 6. Да. Спрашивайте, я вам скажу. Я не могу понять. Героизм, 11. Я прочитала толку. Окей, я устанавливаю себе 11 хп. Да. И я могу еще что-то делать? Да, это бонусное действие, это выпить зелье. Все, окей. Я подбегаю сзади к этому грязному деду. Подходишь к нему, да? Да отвали ты от нее! И молотком его по голове. Давай. У меня преимущество есть из-за того, что он... У тебя сейчас... Ты слепой в данный момент. А, у тебя слепой? У тебя первым же делом disadvantage, то есть у тебя помеха. Потому что он тебя фиганул. Со слепающим, просто слушно. В самом начале он тебя ударил. А, ты не сказал, что я слеп? Сказал. Сказал. Ну, он сказал, что у тебя перед глазами тьма. Что ты и ты ослеп. А, окей. Ну, это время. Это время. После, в конце своего хода, у тебя сейчас просто простой бросок, и в конце своего хода ты бросаешь спас-бросок от слепоты. Окей. Плюс до 4, я забыл. Да, плюс до 4. Так, 18. Не попадает. Ну иди нахер. Куда ты уходишь? Он может, он будет бить, если... Да, конечно. Это все еще его ход, конечно, ну я понял. Устаю там, что-то. А что он будет бить, если ты на него... Ну у него есть реакция. А потому что у него еще реакция есть. Да, пока что у него еще есть реакция. Так, ходят спектры, которые начинают продвигаться внутрь. Первый, который заходит, бьет Лорика. Это круговорот. 13 плюс... Господи, где она? Плюс 7. 20. 20 у меня. Значит, не попадает. Первый. И 6 плюс 7 тоже не попадает. Вортекс пробует тебя всосать. И просто отбивается от твоего магического щита, который ты поднял. Эти пробуют зайти. Первый. Блин, что у меня сегодня с бросками? 4 и 11, и обои получают 12 урона. Опа. И демон, все, уже демон.
двое из духов просто испаряются в щите, который держит внутренний огр. Ходит дальше Татхи. Перед тобой стоит прям в упор. Это прекрасно. Я слепая, нет? Нет, ты не слепая. Странно. Почему у тебя? У него есть специальная штука. Ладно, давай тогда так. Ослепительная красота. Что делает героизм? Дайте дополнительный хитпоинт и преимущество. Как их считать? Хорошо, я тебе сейчас скажу. Без паники. Давай будем сегодня искать все. Героизм. Давайте найдем. Равные основному модификатору заклинаний. В начале каждого своего хода. Mm-hmm. Сколько у тебя модификатор заклинаний? Таких. Мудрость сколько? Плюс 3. 3 хитпоинта тебе дает. Дополнительно. Временных, да. 3 временных хитпоинта он тебе дает. И что, преимущество? И иммунитет от страха. Ага. Если я выпиваю его, это действие или бонус? Это бонусное действие, как все заклинания, все выпиваю зелья. Этот. Давай. Оно мне дает каждый раз или только сейчас? Это каждое начало хода у тебя плюс 3 еще хитпоинта. Не плюс, они не стакаются. Ну да, типа. То есть, если тебя бьют, тогда они уходят. И потом появляются, если они есть. Хорошо. А если ты. А смена оружия? Это бесплатно. Это бесплатное действие. Тогда я достаю плет. Давай. Давай. Не попало. 6 плюс 7 не попало. Не попало. И второй атакой. 3 плюс 7. Плетка отбивается от темных лад. Раз. Второй раз. Ты его шлепаешь, как куриное филе по броне, короче. Что, стоп? Я же стою с ним в ближнем бою. Да, и? И там Рюрик. А сзади него стоит Рюрик. Кидай еще в два раза, да. Давай. Давай, вторая атака. Я там слепой просто стою. 10 плюс 7, 17. Не попадает. 4 плюс 7. Все атаки просто отбиваются от рыцаря. Ходит рыцарь дальше, который наносит дальше по... А я не могу убежать. Ты можешь, если ты хочешь. Сейчас он будет кидать. Давай, я бегу. Куда ты бежишь? Куда раз, угодно, два, подальше три, от него. Сколько у тебя ход? А что ты не отбегал? 35. Ну что у меня уже закончился ход? Куда я не отбегал? Потому что он занимается. Он еще не... Он выкидывает 12 плюс, плюс 7, 19. Попадает? Он не тебя бьет. Но он прокинул. Он реакцией бьет ее, которая убегает. Это не его ход. 4 плюс 4, 8 урона получаешь. И сейчас он ходит... 14 плюс 2, 16. Проходит. Он поворачивается к маленькому Рерику. Вот теперь гляну Рерику. И наносит удар. 12 плюс 7, 19. Попадает? А нет, у меня ровно 19. Не попадает. 19. Ровно 19. Ребята, соберитесь. 10 плюс 7 не попадает. 12 плюс 7. 19 не попадает. То есть 3 атаки, ты скорченный, слепой, может поднимаешь щит. Если он меня атакует 3 раза, он меня 3 раза атакует? Да. Ну, тогда он дважды получает это, молнии. Давай. Последние две. Что? Спас бросок на лоб. Давай. Первое тупо 20. И прошу, второе 1. Ну, второй получаю, значит. Что? Я использую... оба раза я использую свой этот. Так, короче, у меня не остается тогда вот этой... как это называется? Ярость шторма, ее не остается. Но я использую вторую свою божественный канал для того, чтобы нанести ему полный урон. Это получается 16 урона молнии. Я понял. Второй раз, когда он бьет тебя по щиту, он... отбивается. Эй! Ходит дальше огры. Огры дальше стоят в оболочке и вот атакуют вот этого вот, который зашел внутрь. 14 плюс 7 попадают.
11 урона наносит. Вортексу пробивает его и отталкивает его на 5 футов, который он пролетает опять сквозь поле и получает еще 7 урона. Вортекс начинает мигать. Когда он отлетает, я его не могу атаковать? А, можешь, кстати, да. На самом деле он отлетает. 11. Общее? Да. Не попадает, к сожалению. Mm-hmm. А, ты поднимаешь меч и как раз не достаешь до него. Mm-hmm. И другие огры передвигаются, делают точно то же, пробуют выкинуть из оболочки. А, 11 плюс 7 попадает, поэтому он наносит 8 урона и выталкивает его точно так же. 8 плюс 6... 15 урона получает демон, который начинает выглядеть уже достаточно плохо по своей изначальной форме. И ходит дальше Лорик. Из этих двух демонов обоих один мигает, другой видно, что он уже ему тяжело держать свою физическую форму. Так, как там у тебя дела, Рюрик? Я понимаю, что у него еще дела хорошо. Умели. Скучно. Я бы хотел бы, наверное, первой атакой атаковать Вортекс, который отлетел от меня. Все-таки я принял за личное, на личный этот случай. То, что он отлетел от меня, я его не смог коснуться. Я понял. 10. Не попадает. И такой, уже со злости кидаю второй раз на атаку по нему. И попадаю 24. Попадает? Так, я кидаю, он к огню. Андеды нету. Я имею в виду огненному урону. Нету у него ничего. Нету, все. Тогда я кидаю сначала так и так. Получается 11, плюс 3, 14, атаку огнем. 17. И если на меня аура моя работает, значит 20 урона. Угу. Как ты бы хотел это сделать? Ты втыкаешь в вортекс свой меч. Я думаю, это получалось бы просто как неловко, не то что неуклюже. Потому что как бы я его догонял с этим мечом и как бы случайно его добил все-таки. Добил его. Ты загоняешь меч в этот вортекс, включается пламя, и в вортексе появляется инферно, которое сжигает его снутри, он испаряется. И я бы хотел бы передвинуться бы... ближе, наверное, сюда. Так вот. Давай. Хорошо. Ходит дальше Каспар. Окей. Okay. Извиняюсь. Ходит демон. Да, демон еще двое ходит. Так, первый демон атакует тебя, Каспар. Он выкидывает 6 плюс 5, 11. Mm-mm. Не попадает. И второй атакует тебя. Тупо 20. И... ты получаешь 11 плюс 3, 14 некротического урона. Как он тебя хватает когтями, и точно так же он просто физически проходит сквозь тебя, и ты чувствуешь внутри боль. А он не проходит по барьер пока... Но ты вышел из барьера уже. Ага, он, то есть это барьер только 5 футов? Да. Окей. Минус 14. Да. И вот сейчас вот ходит Каспар. Я... начинаю атаковать демона. Давай. В рукопашный. Давай. Так. 16 плюс 7, 23. Угу. 19. Да. Так, давай нанесу урон. Так. 8 и 10. 18 урона. Как он себя чувствует? Он еще живой? А, он еще живой. Окей, тогда шквал ударов. Так. Плюс d4. 10 не попадает. А 10 не попадает. Окей. И второй удар. 13. 13 попадает. Отлично. Так, и урон. 7 урона. И у него нет реакции в этом ходу. Mm-hmm. И я прибегаю обратно в круг. Mm-hmm. Ты когда наносишь последний удар... он тоже испаряется. Он испаряется. Ну, хорошо, я прибегаю обратно в круг. Все равно. Ты бежишь обратно в круг? Да. Ходит Рюрик.
Ты кидал спас бросок от слепоты? Ты после в конце хода забыл после. Окей. Ну, телосложение это. Сейчас бросать? Да. Брось, просто типа, на как в конце хода просто. 11. Плюс 1 до 4. 11 плюс 4. 15. Нет, 14, спас бросок. Тьма рассеивается перед твоими глазами. И перед тобой стоит... Ты осматриваешься, ты видишь, что Татхи слиняла, и перед тобой стоит только один... Могущественный рыцарь в темных доспехах и прям дышит на тебя. А что это за зуб? Я использую Thunder Wave. Давай. На втором уровне использую. Давай. Он должен пройти спас бросок на телосложение. Телосложение плюс 4. 9 плюс 13. Не проходит. Угу. Он получает 3d8 урона громом, что составляет 17. 17 составляет. И его отбрасывает на 10 футов. Куда-то туда. Да. В какую сторону? Да туда, подальше. На сколько футов? 10. За пределы камня. Да иди ты такой, бэээээм! Взрыв идет. Я убегаю. В какую сторону? Эй, меня подожди, Флизотат. Бегаю тут сюда. Ходит Татхи? Я вижу, что Рюрик плохо. Мне на душе плохо. Как коты насрали. Лечащий дух. Да нормально. Иди. Который появляется прямо над Рюриком. А как твой лечащий дух выглядит? Подожди, там феи, это тебе. Да? Может быть животное. Это может быть животное, фея, любое какое существо. Голуби. Панда. Голуби приносят можно. Приносят. Бочонок Эля, из него выливается составляющая. Голуби, да? Нет, гуси. Гуси, окей. Появляются зеленые гуси, начинают ходить и начинают поклевывать тебя по ногам. Ну, это странно как-то. Как будто рыбки, которые съедают от нас. Чувствуешь себя получше. Что бросать? 1-6. Это он кидает или? Он кидает. 4. Ты получаешь 4 еще, восстанавливает тебе хитпоинтов. Ты что-то делаешь еще, кроме этого? Маша, на душе все так же хреново. Что над тобой летают гуси? Я молотком его еще хотел стукнуть. Скинь сначала на концентрацию на молоток. Или это не концентрация? Значит, кидай. У вас уже тут ход переплелся между делом. Да. Я понимаю, что на душе плохо, но все-таки. Да, 24. 24, попадает. Кидай. Молот далеко был просто. Он пока долетел. 11. Гусей отгоняешь, да? Молот долетает, его бьет еще, и после того, как Thunder Wave его откинул, оно бьет его дальше, и он уже начинает, и видно, что с под панциря зеленая кровь начинает литься, и грудная клетка вбита внутрь уже, и он такой уже тяжело дышит. Ты используешь лечащее слово, и передвигаешь еще кто-то? Духа. Я слышу в это, нет? Можешь передвинуться дальше, чтобы встать в сам круг. Дальше ходит... А это бонусное действие или действие? Что? Лечащий дух. Ну, действие. По-моему, бонусное действие. Насколько? Я не знаю, я скинул специально, okay. Чтобы все записали. Никто не знает? Отлично. Я тоже это не знаю, у меня нет этой книги с собой. Ладно, будет пока что действием, пока мы не выясним, как это ходит. Ходит дальше темный рыцарь. Который начинает чуть-чуть отступать в эту сторону. Да, весь свой ход. Слово... это лечащий дух, это бонусное действие. Бонусное действие. Ну тогда, значит, тогда ты можешь еще стрелять, если хочешь. Кого-то. Стрелять. Хочу стрелять. А чего нет? Я думаю, если Рюрик там все бьет этого. Рыцаря. Давай, я тоже буду. Давай. Рыцаря. Ну да, конечно, все лавры себе сейчас. Давай. Я тут его бью, он меня бьет.
Я его убью, а ты сейчас возьмешь и убьешь. Ну, конечно, да, давай, забирай мою добычу. 17 плюс 9. Попадает. Конечно. Фраг себе украл. Фраг. 8 плюс 4, 12. 15 урона. 15 урона. Я тут понимаю, что ослеп ради того, чтобы... Оставь ему один хп. Ставлю. Ходит он, который начинает отходить. Должен кинуть сначала. Что? Кинуть под прицел. А, для того, чтобы ходить, да? Да. А он в прошлый раз прошел? А это, типа, пока он держит концентрацию. Ага. 17 плюс 2, 19. Окей. Значит, он чуть отходит сюда вот, и... Он ушел. Не дайте ему уйти! Он поднимается на горб, на бархан, с какого вы пришли, и начинает заходить за него. Ходит дальше Лорик. Огры дальше держат, не выходят из этого кругового шара. Куда это он? Этот рыцарь темный. Прекрасный огонь нам устроить хочет. Атакую демона. Давай. 14. Попадает. Вторая атака 17. Угу. 8, 11. И огонь, да? Да. 4, 15, 18. 18. Ты проводишь мечом раз, два, и это демон... Это первая атака. А, ну, он разлетается. От первой атаки уже разбивается. И подхожу сюда. Угу, хорошо. Это твой ход? Да. Происходит следующее. Мерцающий... Призрак, который стоял, вот этот вот, то ли чернокнижник, то ли какой-то жрец, он пропадает из поля зрения. И видно следующее, что рыцарь, который за холмом уходит, эта же персона появляется возле него, и слышно, как он говорит: «Ты служил хорошо. Сейчас пора тебе покоиться». И он просто выталкивает с него дух, который вылетает. И он поворачивается обратно, смотрит сверху на бархане, вниз на вас и говорит: «Я вас всех запомнил. Придет время, когда мы встретимся. Я буду вас ждать, вестники». И как начинает бархан развеиваться от ветра, точно так же его картинка распыляется внутрь. И вы стоите посредине пустыни. Я бегу, осматриваю этого рыцаря. Ты бежишь к рыцарю. Ты видишь, ты один из огров перестает владеть магией, и этот купол просто перестает быть. Ты добегаешь до рыцаря. Первое, что ты видишь, что в рыцаре ничего нет. Это просто пустые латы. Mm-hmm. Возле рыцаря, возле него песок, который... такое ощущение, что сдалека выглядело так, как будто вытолкнули с него душу, но на самом деле это было... просто испепелено его тело, которое вытолкнулось сквозь да. Как пепел. Я уже подумал, что меня отдубасили пустые латы. Я осматриваю снаряжение рыцаря. На рыцаре ты находишь полные латы темные. У него нету никаких специальных, так скажем, предметов, как у Маурикиуса. Есть ли на нем какие-то опознавательные знаки, амулеты, не знаю, надписи? Порядковый номер на рукаве. На латах спереди нарисованы врата. Угу. Это единственное, что ты видишь. Окей. А вижу ли я следы на песке от этой сущности, которая там вытолкнула? Кинь на выживание. Так. 4, 16. Ты осматриваешь песок, и такое ощущение, что эта сущность или этот волшебник, скажем так, даже не волшебник, а темный жрец, он появился только на долю секунды на этом плане.
видно пару его ног, которые появились возле лад, потом пропали оттуда. То есть все-таки он был физически там? В тот момент. Я понял. Окей. Я так кричу: эй, ребята, кому-то нужны черные полные латы? Какие они там? Ну так, я знаю. Добротные или нет? Ну, обычные латы. Ну, черные. Стелек там, все. Врата на груди нарисован. Да, прикольно. Можно захватить с собой хотя бы нагрудник, если беру что. Латы, тащу. Между делом, пока вы возвращаетесь обратно, кто стоит вместе с ограми, тот, который самый высокий был, спускает взгляд вниз и говорит: спасибо вам от имени всех народов Ирдаш. Чё? Ирдаш, сам ты Ирдаш. Пока он говорит эти слова, их формы начинают меняться. Они стают меньше, меньше. И все трое из огров похожи что-то между орком и эльфом. Они выше, скажем так, если описать, они с серой кожей, с клыками с нижней челюсти, полностью лысые. Зрачков у них нету, у них глазницы полностью белые. Но в то же время, как если бы это были бы орки или огры, у них статура худая. Они двигаются плавно. И сейчас видно, что на самом деле все черепа, которые они носят, это похоже на такие же черепа, как и они. То есть черепа их же собратьев. Тот, который с тобой начал разговаривать, подходит к вам, Статхи, пока вы за барханом, и представляется: меня звать Эадам. Эадам. Я приветствую вас. Привет, Эадам. Готовы ли вы разделить с нами вечерние звезды? Мы двигаемся на север. Говорят, что храм Дрекмира, который на Грезур, дает убежище на всю гору. Мы ищем что-то там. Мы тоже ищем что-то там. Грезур. У горы есть ключ, который мы ищем. Давайте отправимся вместе, если вы готовы с нашим видом путешествовать. Он поклоняется вниз. Сзади один из Ирдаш недовольный этому. По взгляду видно, что они очень похожи с главным. И он недовольствует тем, что старший разговаривает с вами. И не на знакомом языке, когда они собирают свои вещи, они начинают ссориться визуально. Явно, что тема ссоры — это вы. Мы можем, собственно, сами идти, да. Господа, но нужно держаться вместе. Зачем? У нас одна цель. Кто вы вообще цель. Такие? Вообще, не надо ссориться. Подожди, давайте, кто вы вообще такие? Вместе. Что вы вообще за такие... Чудики. Я никогда раньше не видел. Можете все кинуть на историю. Мне как-то стрёмно с не такими, как я. 9. 12. 11. Никто из вас даже не слыхал о таких. Что вы такое? И Адам, который говорил с тобой: тихо, мой милый друг. Я сейчас вам все объясню. Ну давай. Не нужно лишних слов. Я вам все покажу. Давайте разобьем лагерь вечером. Я вам все объясню. Что ты такой елейный? Он поворачивается к двум эльфам и... Солнце хранит вас, друзья. Да пока вроде хранит. Давно я не видал народа первого рассвета. Примите мое глубокое уважение. Клуб, наверное, какой-то. Закрыт. Вы продвигаетесь с ними вместе, они дальше... То есть они держат путь к подножию горы. Мы тоже. Идем, да. Я тебе даю там доспехи.
Мы хотели... сейчас делаем привал или потом? От вас зависит, сколько что вы делаете. То есть вы сейчас посередине полдня, прошло сейчас как раз самая горячая пора дня. Дай свой поцелуй. То есть для того, чтобы тут тяжело найти какое-то убежище. То есть вы в прямом смысле сейчас в пустоши, в открытом. У нас же есть план. Какой это доспех? Тоже 18 когда я имею. Это простой доспех, так на первый взгляд. То есть для того, чтобы определить, это магический доспех. Не нужно провести время, его нужно одеть для того. И это полный доспех. Да, это полный доспех. Полный лад. Короче, он непонятный. 18, по идее. Ну, я бы хотел бы, пока они там разговаривают, одеть бы его бы. Как вариант, чтобы замаскироваться. Чтобы, если что, я мог ходить на разговор. Он выглядит как этот Маврикиус, когда одевает доспех. Я шлем. На него шлем, к сожалению, не залазит, но полностью доспех на него налазит, как это достаточно большого размера доспех. Можно сделать дырку в шлеме, чтобы он на него налазил? Все можно, если у вас есть приборы. Подогнать. Но шлем мы тоже берем с собой. А вы хотели бы что-то еще сделать до подножия? Трое... Сколько нам идти до подножия? Еще полдня. Вы как раз полдня прошли. Ирдаши, они идут молча спереди, не общаясь даже с собой, потихонечку. Я бы хотел узнать Ирдаши, как бы, и спросить их, что, как бы, с чем связано их особое отношение к нашей расе. И Адам, который обращается постоянно к вам, он и отвечает тебе. Он говорит: «Я вижу, милый друг, наше время уже закончилось на этом плане. Все барды эльфов воспевают про первый народ, который ступил на эти земли. Эльфы, которые увидели первый рассвет. Но история умалкивает о том, что перед первым рассветом в первую ночь создали нас, Ирдаш. В историю мы зашли как те, которые танцуют в звездах, те, которые воспевают, или иногда нас называют просто высшие огры. Ирдаши давным-давно, после первого рассвета, обнаружили, что в них таится кусочек тьмы, в которой они рождены. Каждый раз, когда мы меняем форму, такую, как вы видели, военную, где мы всплескиваем свое зло, мы ближе и ближе приходим к тому, чтобы остаться в ней. Наших собратьев вы уже видали, те, которые из наших собратьев не смогли вернуться в истинную форму. Они стали те, которые ходят по холмам, по скалам, нападают на людей, так называемые огры. А вы типа нормальные огры. Огры здорового человека. Высшие огры. Пришло время, когда Ирдаш поняли, что тьма распространяется и что мы не можем ее удержать. Один из первых наших царей открыл портал. Портал в великолепное королевство Аркадии. Что это за королевство? В этом королевстве властвует спокойство, мир и тишина. Там и получил наш народ убежище. Мы последние из Ирдаш, которые странствуем в подножие найти ключ и попасть в Аркадию. То есть этот портал где-то там... Подожди, то есть вы потерялись, а не можете вернуться домой, или что, я не понял? Мы те, которые последние надзиратели. Всех отослали уже, перед тем, как мы должны были отправиться в последний путь, на путь Аркадии. Начались происходить странные вещи в пустыне, и посредине пустыни нас застали врасплох силы нежити. Что вы знаете о вторжении нежити? Возможно. Я так обращаюсь потише, только к своим друзьям. Возможно, они ищут то же самое, что и мы ищем. И, возможно, это что-то, что мы ищем, и они открывают портал в их родной дом. Возможно, нам придется их потом убить, того,
То есть ты хочешь сказать, что искра титана ведет их ключ, это одно и то же. Я только придумал такое себе. Возможно. Но возможно они станут нашими врагами потом, попозже. Так что нужно быть напоготове. Зарежь их, пока они спят. Можете тоже кинуть все на историю, точно так же про Аркадию, что это за королевство. Королевство лазерных принцесс. 11. 13. 12. Вы не слыхали об этом плане. Я вот спросил у них, что они знают о вот этом вторжении нежити, как бы, может быть, что-то новое. Они говорят, скажут. Ирдаш живут в изоляции из-за странного отношения к нам. Многие из народов относятся к нам не с пониманием из-за нашего проклятия. Мы не вмешиваемся в их дела. Каждый Ирдаш, который остался на этом плане, ждет своего первого тысячелетия и передвигается в Аркадию. Мы последние из тех, которые остались и были рождены на этом плане. Мы те, которые видели тьму. Мы те, которые пережидали раскол континента. Вы что, видели со своими глазами? Мы видели, как боги спустились с Элизиума. Мы видели, как Эноа раскололась напополам. Как этот план стал множественными островами. Так, слушай. Да. У меня к тебе вопрос сразу встречный. Смотри. Мы между я делом... Мы идем. Я формулирую свои мысли, подожди. Короче, мы как-то сидели на берегу обрыва, это который туда в темноту. И там я как-то вот случайно увидел так, что там внизу, под этим... Под нами, короче, получается, что-то еще есть. А ты сейчас говоришь, что это континент, этот мир раскололся, план наш раскололся. А под... Ой, это как острова какие-то. А что под... А над чем они плавают? Что там внизу? Как мы не имели долгие годы коммуникации или разговоров с Аркадией, с нашими... знахарями, что мы наблюдали, это первое в первой схватке, когда умер Клангендин, когда вены Мифраса въелись в континент. Почему они въелись в континент? Я не знаю, мой милый друг. Спросил у богов. Да если бы они тут были, я бы спросил. Где Талос? В тот момент... В тот момент, когда Клангендин погиб, все его, все, что он сотворил, пропало с ним. А как насчет Малангура или Талоса? Малангур и все создатели ушли с этого плана и закрыли двери небесные в Элизиум для того, чтобы больше не произошло того. Чего? Предательство. Кто кого предал? Предательство, говорят, и привело к великой войне из-за того, на этом плане боги совершали нечто ужасное. Они разрушили то, что сотворили. И был уговор о том, чтобы построить врата, вернуться обратно в Элизиум и ограничить свое влияние на этот план. То есть они тут все раскромсали, похерили, поломали, разгромили и ушли. Если быть просто, да. Какие-то плохие боги. Очень плохие. Давайте вернемся с небес на землю. А на что похож ключ, который вы ищете? А ключ, который мы... Это образный. Это духовный зов, который мы поймем у старых руин нашего народа. Оттуда мы сможем переместиться обратно в Аркадию. А такой вопрос, чисто вот риторический. Вот это, что вы ищете, оно связано с искрой титанов.
к сожалению, не знаем, что это такое. Ну и хорошо. Я просто спросил так, на всякий случай. Для успокоения совести. Да, для успокоения совести, а то мало ли что придется делать. Да, да, идем, да. Ой, а это, слушай, а вы что-то слышали про руины на севере, в дюнах печали? Потому что вы просто выглядите такими старыми, такими древними. У вас песок сыпется. Вы пердите пылью просто, настолько вы старые. Поэтому я думаю, у кого еще спрашивать про такие вещи, как у них всяких старперов? Сын Марадина. Yeah. Я надеюсь, что твой путь тебя приведет к спокойству. И в один день ты увидишь своих собратьев в Аркадии. Каких моих собратьев в Аркадии? Северные пустоши — это были когда-то огромным городом Мелозара. Все руины связаны с большой столицей. Столица, в которой жил кто? Мелозар. А, ну, кроме Мелозара, кто еще? То есть, это были люди, дварфы. Строил себе огромный город и там живет. Это был большой город, многие расы жили там. Это был пик человечество перед тем, как Мелозар сам не попробовал постичь божества. И оттуда начались 100 лет тьмы, которые мы наблюдали, как люди бегут, ищут бежень. А это было до того, как боги решили поссориться между собой или после того? Все произошло очень просто. Мелозар построил башни, в котором он решил закрыть кого-то. Он решил, что зло должно быть заковано. Так. Но он никогда не догадывался, его волшебник вместе с ним не догадывался. Ты, если он закроет одну тьму, всегда будет противовес. Когда из одного из творцов, который был закрыт своими братьями, изгнан из Элизиума, он его нашел, заковал под землю, и он понял то, что он может властвовать над самими богами. Это компромат у него был или что? Он собрал силы, собрал артефакты и начал войну с Элизиумом. Боги спустились. Некоторые из них поняли, что это время перемен, то, что смертные могут стать богами. Некоторые переметнулись на его сторону. Началась война. А кто на его сторону переметнулся? Это мы, к сожалению, не видали. Я думаю, что в руинах мы можем найти больше ответов, но не сейчас. Пока дойдем туда для начала. Если вы ищете знания, единственный город, который остался после всех бедствий, Титания. Это город смертных Титания. Слышали. А ковры самолета, есть такой вопрос. Есть проблемка с коврами самолета? Они продолжают идти вперед, улыбаются на тебя. Они есть, друг мой. Найди их. Эй, Адам, у меня тут такой минимальный вопросик, вообще просто на 5 минут, я тебя не отвлекать сильно не буду. Вот у меня деликатный такой вопрос. Сколько драконов ты видел на своем веку? Мы, кстати, одного убили. Зеленого дракона. Он смотрит на тебя, сын огня. Драконы во время тьмы были единственные, которые заняли позицию для того, чтобы нас, тех, которых уже из пепла подняли в первые дни. Они смотрели за нами. Некоторые были против, некоторые были за. Все знают великого султана, который закрылся в Мараке и принял позицию того, что драконы должны властвовать над людьми. То есть он сам дракон? Может, он принял дракон.
принял позицию, он подчинился. Я думаю, он сам дракон. Дракон. Или он сам? Мы знаем, что он дракон. Да. К тому же мы встречали этих... Мы встречали бабу, которая превращалась... Точнее, дракона, который превращается в бабу и одевается в женские одежды. И второй дракон, который был вечный. И под... они... Двое из них были собратья, которые были рождены в первом огне. И... Султан был первый красный дракон, а второй, который... Хар, мудрейший золотой дракон, который основал Агру. Слушай, а помнишь того дракона, которого мы в песчаной буре видели? Платиновый дракон. Самого огромного из всех, мать его, драконов. А он кто такой? Вы, наверное, говорите о хранителе пустыни. Да, наверное. Да, он забрал оазис с собой. Да. Очистил его, наверное. Это... Огромный такой, что капец просто. Это Тирос. А он хороший или плохой? Тирос платиновый дракон. Как будто это много объясняет. Я подозреваю, что хороший, раз он тогда не захавал нас. И вот тут такая вот я штучка. Подозреваю. Рюкзачок ему такой. Ты, я тебе могу доверять, я смотрю. И показываю ему яйцо Сириуса. Господи, ты до сих пор его с собой носишь. Он же тухло. Он его выстиживает при отдых и длинно. Что ты хотел знать? Что, как он сделал ему УЗИ? Посмотри, как он все еще живой, все, с ним все хорошо. Откуда он знает? Он тебе что, доктор или что? Он старейшина, он знает, может быть. Он отдам. Он проводит рукой на яйцо, и он говорит, малыш в порядке. Скоро он вылупится, я уже хочу на нем полетать. Время придет, ты поймешь, когда малыш начнет копаться. Это так же, как с катами самолетами, короче. Такие полезные советы, серьезно. Мы уже пришли, наверное. Ну ладно, спасибо большое. А вы когда начинаете подходить ближе к подножию, видно, что выше, как идет половина подъема, начинаются холодные ледяные подъемы наверх, и на самом верху видно под закосом, как бы сама гора, такое ощущение, что пропала кусок этой горы, она как будто прямо отрезанная. Слышишь, а кто срезал эту гору? На это все подходит тот, который Флюк. Был не особо приятный, он тебя в прямом смысле пробует поднять за шкирку и говорит, хватит вопросов, старейшины. Когда дорастешь, будешь задавать вопросы. На это все. Я дам бег. Промолчи. Они нам помогали. Я не знаю, сын Марадина, что произошло с горой. Я не всевидящий. Я точно такой же, как и они. Они точно так же проживают свое первое тысячелетие. Ну и я опусти меня на землю. Он тебя ставит обратно. Мы ставим лагерь. Да. Вы видите, что у подножия ног они продвигаются как-то быстрее уже и идут целенаправленно. Вы двигаетесь дальше, ищете себе лагерь. В один момент они подходят к разбитой двери каменной, которая стоит арка и маленький узор над ними. Они визуально видно, что ирдаши начинают как-то мотивированно продвигаться и начинают говорить что-то на своем языке, и Адам оборачивается к вам, улыбаясь со своими клыками наружу, и говорит, братья, мы, видимо, достигли то. Мы пойдем в Аркадию. Мы найдем своих собратьев. Но ирдаши не забывают такое. Последний вопрос. Да? Я поглядываю на того, который я поднимал за шкирки, что-то. Подхожу в сторону. Ты там говорил что-то про моих собратьев в Аркадии. Что ты имел в виду, я не понял. И Адам вынимает маленький круглый камешек, который выглядит как полностью, скажем так, как черная пуля из темного железа. Он ее поднимает и говорит, ирдаши не забывают.
ставит руку на свою грудь и начинает вытягивать синюю какую-то несущность из самого себя. Он кладет ее на этот камень, поднимает руку, и в камне внутри пульсирует маленький синий цвет. Он вытягивает руку и говорит: придет время, когда ваша помощь нужно будет всем, и мы придем на поле битвы. Мы не забудем то, что вы помогли последним проходцам дойти до дома. И они стоят, начинают продвигаться обратно, и перед тем, как их тела начинают преобразовываться в маленькие белые частички, которые разлетаются, он смотрит на тебя и говорит: в Аркадии, в наковальне творцов, живут твои братья. И они... Поздно. Забираю штуку. Растворяются и в... на... Мне? Тебе же, да, их оставляю себе. На двери, которые они стояли, появляется идентичный знак, как на том, что ты забрал у темного рыцаря. На нагруднике. На нагруднике. Угу. Типа. Ты. Врата. И потом она тухнет. Можешь себе записать. Я записал шарик Ирдаши. Шарик Ирдаши. Давайте сделаем маленький перерыв. Я думаю, мы долго уже сидим. Потом вернемся. Что с ним делать? Не знаю, потереть, наверное. Наполируй. Шепнуть в него, потереть бороду. Ладно, ребятки, мы сделаем 15 минут перерыв. Кто еще не подписался или не зафоловил нас, пора, время это сделать. Если вы еще этого не сделали, надо это сделать. У нас еще две подписочки еще. За сегодня надо добить две минимум. Да, для того, чтобы мы разыграли со всеми нашими великолепными подписчиками DiceBox, который мы тут забацали. И, конечно же, нам нужно бы уже добраться до финиша. Тут совсем чуть осталось до самой сбора средств на выживание. На выживание, да, наше. Все, 5 минут, ребята, и мы... не 5 минут, 10-15 минут, и мы вернемся обратно. Блом-блом-блом. Всем за чайком! Лафайет, что докладывают твои разведчики?
Лафайет, что докладывают твои разведчики? Маврикиус. Говорят, что у них уже подписка появилась. Это очень плохо. Чем же это нам грозит? Ты знаешь о таком волшебстве? Тупо 20! Все подписчики смогут кидать тупо 20! О нет, это то, что было написано в пророчествах! Надо направить больше воинов против костяшек. Все силы на них!
54 хп. Всем привет обратно с маленького перерывчика. Я надеюсь, все сбодрились. И будем продолжать дальше в таком же неунылом духе, надеемся. Приподнято. Ребята, я на самом деле забыл сказать, что мы об этом говорили с Сашей на фритоксах, о том, что в Твиче добавилась такая функция, как рейд. То есть будем рейдить, нападать на другие каналы. Так что я вам советую всем... Торгаться в другие каналы. Я вам всем советую до конца сидеть до нашего стрима, потому что в самом конце мы будем показывать, что мы, как сообщество костяшек, сможем собрать кучу народу и напасть на другой канал. Это фановая вещь. Да, не зря мы собираем армию гоблинов, медвежатников. Да, Огров, темных повелюшек, уже там, повелюшек, не знаю, надеемся, да, что да. И сам демон появится, который, я так понял, так сегодня осуществует. Нужно вторгаться потихоньку. Да, прям. Будем вторгаться в другие каналы, будем показывать, что мы есть, существуем, да. И на самом деле такое. Это очень мило, когда, да, у тебя на канале там 6 человек сидит, ты там что-то делаешь, тут хоп, приваливает толпа народу, поднимает, короче, шум в чатике, все-таки, кто вы такие? Мы вечерние кости, все-таки, как круто, мы тоже хотим стать вечерними костями. Ну, надеемся. Я даже не знаю, ты... У меня почему-то... Ну, сколько у меня минут задержка? Где-то минуту. Жаль, не знаю. Пять. Может, больше. Может, у тебя, я не знаю, как-то вокруг идет трафик интернетный. Какой-то... Через Аркадию. Через Аркадию, да, точно. Какая земля там сделает полный оборот? Кого? Это... У тебя прокси включен? Да, прокси у меня сюда работает. Да, это без разницы не попадает. Ладно, без разницы. Давайте будем возвращаться. После того, как Ирданши отправляются в Аркадию, вы стоите у подножия горы, и что вы делаете дальше? Перед вами... Ушли! Так мы ж, да, вот хотели с ними познакомиться поближе. Они взяли и сдриснули. Думали, может, хоть одну ночь переведемся. Я думал, они с нами поднимутся на гору. Что-то. Да, вообще. Помогут нам что-нибудь. Я думал, на гору поднимемся там, не знаю, вместе с ними, потому что я так понял, что они тут понимают, что к чему. Контактными рунами обменяемся, что ли, чтобы наведываться друг к другу. Посмотрим. Я не понял, что с этой гулькой делать. В нее подуть, поговорить в нее, облизать. Положи себе под подушку на ночь, и потом ты поймешь. Короче. Бери с собой. Че? Мы видим с собой лагерь. Огромные... Горы, да. Которые идут, да, каскадами. Да, то есть каскадами наверх поднимаются. Вы еще в самом подножии еще нету ни снега, но дальше видно, что задувает снег уже потихонечку. А есть какие-то сооружения там? Или, ну, или там только ландшафт природы? Кинь на внимательность, посмотри. Ну, я не могу посмотреть. Посмотрите кто-то. Ребята, там есть сооружение? 24. А докуда видно до середины горы, после того, оттуда начинается видно, что есть затянутое небо, которое опущенное небо, которое раздувает снег. То есть до такого-то момента ты видишь, где начинается снег, и там еще, наверное, чуть-чуть видно, ну, не видно никаких сооружений, никаких зданий, кроме этих врат, которые стоят прямо у подножия, не видно ни руин, ничего, просто скалы и каскады. Давайте найдем какую-то пещеру, в которой мы сможем провести ночь. Давайте. Зелень есть какая-то? Ну, мы еще внизу под ножом. Или это каменистое место? Как бы вы стоите прямо у конца пустоши и начинается подъем. Там ничего нету, там кроме скал и льда выше ничего нет. Давайте найдем действительно какую-то там яму, короче, в нее залезем, заночуем. Татхи. Ты, наверное, в нормальных ямах просто не ночевала, понятно? Ты ж ходила по горам в детстве, все свое детство, насколько я помню. Помоги нам найти укрытие. Не знаю.
хочу... Ну можешь не помогать, я тогда тут разложусь просто и буду спать на улице. Падаем здесь. Ты будешь помогать или нет? Ну ладно. Ну все, помогай, просишь. Помогай. А, есть ли, ну действительно, есть ли какие-то укрытия, то есть в горе или может быть даже здесь? Какие-то лазы, пещеры. Да, кинь точно так же на внимательность. То, что у нее любимое место с горы, это плюс еще пропустим один раз, да? Угу. А плюс что? 9. Плюс... Внимательность. И плюс еще, типа, один раз твое мастерство. Плюс 3. Восемнадцать. Ты осматриваешь подножие. И чуть-чуть дальше, если подняться, видно, что есть скалистая местность, которая под углом идет. И, видимо, там иногда может даже можно было бы заночевать, то есть, чтобы не задувало сверху то холодом. Как навес какой-то. Mm-hmm. Навес какой-то. Главное, чтобы лавина не прибахнула. Ну, это, кстати, наверное, поможет. Что? Ну, там как бы идет навес такой из скалы. Да, но может нас завалить, и мы там задохнемся. Вместе со скалой. Ну, там нет снега. Ну пошли, если там есть место, пошли. А, вы поднимаетесь, да? Я провожу их туда. Mm-hmm. Татхи вам указывает... Татхи вам указывает разные следы, тропы, которые она видит из животных, которые тут обитают. Как это ее любимая местность, она вам помогает быстро продвигаться сквозь до этого пункта. Вы там раскладываете лагерь, а до этого времени уже достаточно темно стоит. Поднимается луна. Кто первый на вахте? Я совсем не устал, я могу подежурить 2 часа. Давай. Подежурю. Ты выходишь, ну, то есть сидишь возле огонька, который горит, обходишь периметр, кидай на внимательность. Так, 18. Ты осматриваешь периметр. Сверху бушует ветер, надувает. Иногда к тебе прям в лицо попадают какие-то одни как бы куски снежка, которые слетают вниз. Я запахиваюсь в плащ поплотнее. И тут уже достаточно чувствуется то, что начинает холодом дуть сверху. Кто следующий дежурит? Давай. Лесы, иди спать. Давай. Подмени меня. Я помедитирую. Дай на внимательность точно так же, как... Рассматриваюсь ночную темноту и тишину, и у меня выпало 23. 23. Ты ночью дежуришь, и выше, как начинается уже снег, ты видишь какую-то форму. Форма, которая глаза светятся синим цветом, она продвигается сквозь снег достаточно быстро. Это что-то живое, да? Видно, что оно на расстоянии похоже на достаточно большое какое-то существо. Видно тебе, что это что-то, что ходит на четырех лапах. Mm-hmm. То есть какое-то большое. Не, не антропоморф. Не-не-не, то есть стоит, и оно быстро передвигается с одной скалы на другую и потом уходит. Yeah. Четко. Охренеть просто. Расскажу об этом ребятам утром. Кто следующий на вахте? Я бы хотел, прежде чем закончится моя вахта, достучаться до небес. Помолиться. Это не то, чтобы помолиться, я бы это назвал немного по-другому. Я бы так: алло, Талос, я не понял, сколько времени уже прошло? Че ты молчишь? Ну ёпты, ну а? Алло! А что ты бы хотел сделать? Я... Как бы спустя столько времени путешествия, пробовал всячески разные подходы к молитвам, и ничего толком не помогает. Mm-hmm. Поэтому я просто, вот знаешь, фокусирую всю свою духовную, остатки духовной силы, mm-hmm. которые остались. Просто я сажусь на камень, смотрю в небо, и вот просто вот так вот, знаешь, так, алло, ёпты. Mm-hmm. Вот задаю этот молчаливый вопрос небесам. Mm-hmm. Кидай на религию с помехой. 15. Ты сидишь минут 15, проклинаешь все небеса,
используешь все виды матюков, которые ты знаешь на дварском и на общем. И даже те слова, которые я не знаю точно, что они значат, но они звучат очень неприятно. Ты выкликаешь... Криптография. Ты выкликаешь их в небеса. Но кроме тишины, ничего не отдается. Ну хрен с тобой, бородатый старый хрен. Иду спать. Кто следующий? Кидай точно так. Ататки, там какая-то хрень лазит с большими глазами, если что, не пугайся. Да, хрень. Ладно, я посмотрю. Что за броска? Это слишком маленький стол. Тупо 1+6. Начинается шторм сверху. То есть начинает задувать снег больше и больше. И как ты стоишь на своем дозоре, ты чувствуешь, что некоторая часть снега начинает задувать уже вниз. И над вашим козырьком начинается образовываться маленький слой снега. Следующий ты на вахте. Кидай точно так же на внимательность. С помехой, как очень большой ветер на улице. С помехой по другому причине. Потому что я бы хотел бы позолотить мошонку тролля. Как ты бы это хотел? У меня есть 150 золотых монеточек. Я бы хотел бы на костре... кувшинчики, тарелочки, которые какое-то там для еды. Хотел бы расплавить это золотишко. Золото довольно, ну, при низкой температуре плавится. Ну, расплавить ее. И потом путем палочки, наверное, какой-то, набрызгать просто. Кинь на ловкость рук, что насколько у тебя получится это все, пока ты сидишь и наблюдаешь над этим всем. Так, сначала на ловкость рук. Да. 20. 20. У тебя получается 150. Тупо 20? Нет. У тебя получается достаточно равномерно. У тебя получается покрытие сам кусок кожи. И у тебя сейчас есть достаточно большая плата. Да. Ну, я тонким слоем, так, да, чтобы ее можно было сворачивать. Я укрываю. Mm-hmm. Я бы планировал бы это использовать в качестве поляны при трапезе. То есть расстилать и складывать туда еду. В топ метагейм, это как это космическое одеяло, знаешь? Скольги, да. Вот я хотел бы там поляну расстилать. И, ну, так, когда мы путешествуем, укрывать яйцо дракона в это одеяло. То есть, чтобы было тепло. Окей. И он в роскоши. Чтобы рос в роскоши. Чтобы он рос в мошонке. Позолочен. Все-таки яйцо, мышонки, все правильно. Все, okay. Расторжествовало. С помехой. Да, внимательно с помехой. Так. 10. Дует ветер. Ты уже под утро уже сидишь. Ты доделал свое одеяльце. Начинаешь будить своих товарищей, как они уже просыпаются на достаточно... холодный день, скажем так, по сравнению с тем, что вы на пустошах, ну, как-то сильно задувает ветер уже над вашим козырьком, и вы все утром просыпаетесь на то, что маленький-маленький слой снега выпал на вот этой, на ступеньке, где вы отдыхали. Ну, что вы делаете дальше? Если выйти на улицу, там ветер дует, да? Ну, вы на улице, как бы, да. Я имею в виду с этого, с нашего укрытия. Да, то есть дует ветер и потихонечку снег падает, моросит. Я бы хотел... Я хочу понять, насколько сильно будет снег падать. Угу. Прогноз, как дальше... Да. Кинь на природу. И тут тоже плюс еще 3. 22. Ты смотришь наверх... И видно, что там бушует в прямом смысле снеговой шторм. То достаточно большой. Если мы поднимемся наверх, то нас может замести. Вполне. То есть ты, как бывалая в горах, ты понимаешь, что там достаточно сильный, как бы. То есть погода не походная, скажем так. А я вам напоминаю, что прошло ровно 3 дня. Осталось 2 дня до тех пор, пока башни не дойдут до вашего укрытия, где Пись сидит и руководит... Это Фигуль сидит. Ой, Фигуль, да. Их путаю. Вперед! Нужно выдвигаться. Хватит... Нет, возможности переждать эту бурю.
придется ломиться туда, да. А, между прочим, ребята, я там ночью какую-то хрень видел. Лазила там. Давайте свяжемся по веревкой. Слушай. По горам лазила и глазами большими такими так на меня прямо смотрела. И так чик-чик и по горе вот так. Татки, ты знаешь, что это за хрень, гора? Где она лазила? Да в горе вот. Насколько высоко она лазила? Просто... Я описываю со всей дойти. Детальностью. Кинь точно так же на природу, может ты знаешь, что тут может обитать в таких холодных краях. Выхухоль. 10. Ты знаешь о разных животных, которые живут у подножия, но в свое время ты никогда не поднималась на самый верх гор. Тебе не нужно было туда ходить, потому что там было холодно, и было просто незачем туда бегать за водой. Это не просто животное, пойми, оно было огромное, реально. А где, ну, есть там следы? Насколько надо подняться наверх, чтобы посмотреть, есть ли там следы? Нужно пройти какой-то где-то, наверное, в час времени по... поверх, по каскадам, чтобы дойти до того места, где Рюрик видел его, ее. Где ты ее видел? Там. Час по каскадам. Татхи, а ты видишь тут какую-то тропу, возможно, которая не очень очевидна, или ступени? Да. На гору? На гору. Ну, скажем так, вы понимаете, что если мы продолжим идти, нас заметет? У нас нет выбора, время идет. Тогда давай, я буду искать тропу. Давай, точно, кидай на внимательность. Рюрик, а у тебя там нету какой-то бури, которая бы смогла бы нам немного с погодой помочь? Может быть, какую-то молнию там это? Или не это знаю. Что? Это внимательность, да? Да. В этом случае оно мало поможет. 17. Ты видишь, что сквозь каскады есть мелкие ущелья, по которым вы можете потихонечку подниматься, и это будет вас чуть-чуть укрывать от самого шторма, чтобы не потеряться. Да, я знаю одну. Но это все равно так, как бы выглядит как тяжелый путь, и там снега куча. Нет выхода. Мы будем двигаться. Вы двигаетесь, наверх. Вы начинаете двигаться наверх. Я думаю, мы обвяжемся веревкой так, и будем страховать. Есть ли смысл обвязаться веревкой? Нет, штормовое предупреждение, смысла нет. Ну давай обвяжемся. Вы обвязываетесь все четверо веревкой, как бы у вас всех держит веревочкой. Вы начинаете подниматься наверх. Как вы идете сквозь ущелье, вы поднимаетесь потихонечку, стоит холоднее и холоднее. Иногда задувает ветер прямо в это ущелье, и видно, что Рюрика борода встает, просто начинает появляться иней сначала, и потихонечку вокруг его рта начинает появляться лед. Что так сейчас будет? Ребята, так, на минуточку. Все взяли зимнюю одежду. У меня есть теплая мантия, я в ней. У нас плащи у каждого теплые. В пустыне мы ночевали, что в плащах. Пустыне, дядя, это пустынные плащи. Но ночью холодно там. У вас были теплые плащи, все, что теплые, у вас есть. Теплые, но не для такого. Ну, понятно это. Ну, мы двигаемся. Да, давайте двигаться побыстрее. Как на велосипеде. Да. Вы продвигаетесь дальше. Каждым разом, каждым шагом стоит тяжелее, тяжелее. Я бы хотел, чтобы вы все кинули... на телосложение. Мое любимое. Сейчас ослеплю. 16. Ты спас бросок? Да. 14. Плюс 3. 7 плюс 3. 19. 17. 6. 23. Вы видите, что Каспар начинает двигаться медленнее, медленнее. У тебя один уровень усталости. По ходу, как начинает холод продрогать его, и видно, что, наверное, Каспар легче всех из вас одет, как он только одет свои монашеские одежды. Шорты. Я начинаю нарезать круги вокруг, чтобы согреться, потому что я хожу в два раза быстрее, чем он. Я такой... Ты начинаешь ходить дальше. Но ты устал от этого. Ну, потому что холодно. Вы продвигаетесь дальше. В один момент заканчивается это ущелье, и поднимается просто скала вертикальная, которая заходит вниз и поднимается наверх. И там видно, что оттуда задувает холод. Татхи, отлично ты нас привела. Насколько высоко там? Куда дальше? Метров 5, наверное, в высоту. Сколько фитов? Это 15 фигня. Подсади-ка меня. Ты думаешь, что ты так достанешь? Там можно вылезти по-любому. Ну,
преодолеваемое? Так 5 метров это такое. Небольшой. Ну, это как бы уже тут появляется лед на скалах, то есть начинает быть настоящий холод. Я знаю, да. Мы не будем рисковать, я использую. Бери веревку и туда. Беру, наверх. Да, с веревочкой, да, и наверх, да. Отлично. Ты увидите, как Лорик. Просто веревка так наверх. Я бы хотел, чтобы ты кинул на акробатику, а как ты появляешься, ты начинаешь проваливаться сквозь снег, который сверху просто... На акробатику или на... Акробатику. На акробатику. Это только у тебя такая фича, да? Не, он просто выбирает это. 5. Вы видите, как Лорик появляется и встает на краешке. Хочет только шагнуть. Ты на краешке появился. Да. И падает вниз обратно. Я бы хотел, чтобы вы все кинули на акробатику, как он прям падает вниз на вас. Ты получаешь 11 урона, как падаешь вниз. Здравия. 13. 17 плюс... 7. 24. Ты получаешь 5 урона, как Лорик бум, падает прямо на Татхи наверх. Ловите его! Единственное стоишь. Ой-ой. Лорик валяется внизу дальше. Татхи с Лориком поднимаются. Ладно, ребята. Есть у меня тут зелье лазы. Да. Одно. Нет, два. Нет, у меня есть зелье лазы, у меня есть свиток лазы. Ну давай кто-то залезет. Используй свиток. Да, ты залазил. Я тебя поймаю! Я уставший, я вон смотри, мне уже пальцы не сгибаются от холода. Все так, вы просто офигенные. Благодаря вам я словил флешбэк и решил перепройти второй Невервинтер за темного паладина. Ва-ха-ха-ха-ха-ха. Бабка гордится тобой. Боец ваш Келенбор. Love Келенбор. А у нас есть зелье лазерное. У нас есть зелье полета. Ну, свиток это. Свиток нахрен не нужен. Ладно. Так, ты умеешь лазить? Да. Умеешь? У нас следопыт. Она должна уметь лазить. Там есть вообще какой-то лут? То есть это просто то. Она меня игнорирует или что? Я сказала да. Сколько у тебя там? На лазанье. Атлетика лазанье. Атлетика. Плюс 2. У меня плюс 7 атлетика. Давайте я полезу снова. На, читай. Что ты хотел сказать, Татки? А, неправильно. Что ты видишь перед собой? Это вертикальная ледяная стена, которая заканчивается. Да. То есть вся покрытая льдом. Из-за того это тяжело туда подниматься. У нас есть эти. Не, у меня нет. Сейчас. Рюрик мне дает свиток лазания. Давай. Я его читаю. Читаешь. Шупа-шупа-шупа-шуп. Шупа-шуп, полезешь вверх. Ты чувствуешь, что твои руки и лапы начинают прилипать больше к этой стене. Но свиток лазания, как я, если я не ошибаюсь, дает тебе преимущество к лазанию, а не лазание. Хорошо. Ну, да. Как это ледяная стена. Угу. У тебя преимущество и disadvantage, у тебя просто лазание. Хорошо, лазание. Я тебе даю два кинжала. Я беру... Держи два кинжала, втыкай. Два кинжала и лезу с веревкой наверх опять. Давай. Давай, Лорик, ты можешь. Я тебя поймаю, не бойся. Атлетика. 12. Ловите его. Я недалеко полез. С преимуществом? Не, у меня тогда, типа... Ну, с двумя ножами, может, у тебя было бы преимущество. Давай уже попробуем преодолеть. Сейчас будет 2. Сейчас будет меньше 5 по-любому. 6. Плюс 7. 13. Можно я полез? Гадость. Лорик начинает лезть вверх, и нож его начинает просто скользить. Под весом. Кто пробует? Можно я полезу. Давай. С помехой. Я с ножами. Бери ножи. Давай. Тогда бери. Без помехи. Здесь плюс 2, 19. А видно, что Татхи уже была в таких местностях, может, как-то практиковалась. Она потихонечку лезет наверх, аккуратно встает на краешек и начинает закрепливать за один камушек на хорошо. Молодец, старушка. Вы поднимаетесь наверх, и перед вами простирается гора вверх.
И в самом конце видно вот этот вот отруб горы. Но видно, что несколько каскадов еще нужно пройти, в котором просто властвует невероятный просто глубокий снег и метель. То есть перед нами, грубо говоря, снова стена, да? То есть вам опять нужно искать как-то подняться вверх, да? Ну давай. Давайте двигаться по траверсу и искать как бы какие-то возможности. Есть здесь какая-то... Что такое траверс? Что такое? Что это за слово такое? Кидайте все на внимательность. 21. 23. 17, потому что у меня еще осталось. Там Элтон Джон. Там кто-то сидит и играет. 17. Вы всматриваетесь вверх, и через две каскады над вами начинают появляться в метели темные антроморфные существа, которые стоят и наблюдают. Возле них проходит четырехлапый, вот тот же... Да, то есть... Это горные великаны! Йети! Гиганты горные! Все, и что они делают? Пока что через два каскада просто смотрят над вами. Их нельзя не увидеть, как они выглядят вообще. Просто темные силуэты, формы, да? Силуэты в метели. Я бы хотел помочь. Да, международный знак дружбы и вежливости. Мы так думаем. Некоторые из них уходят в метель. Кажется, мы их спугнули. И один долго-долго смотрит, наблюдает над вами. И в один момент... Ложись! Вы чувствуете, как огромный сконцентрированный поток холода летит прямо вниз в вас. Я бы хотел, чтобы вы все кинули спас-бросок. Самый любимый спас. Надо было качать тело. На телосложение, все правильно. А я могу контр-атаковать его огнем, огненным дыханием. Да, сделай. Можешь попытаться. Ну, это как типа, летит туча холода, мы все чувствуем и знаем, что летит в нас что-то. Давай, делай это. Я бы, наверное, дыхнул в ту сторону. Давай, я тебе дам это как free action, пусть наноси урон и увидим, насколько это все получится уменьшить. Я пока буду расставлять. Так, а мы пока все урон кидаем, там на всякий случай. Да-да-да, не, вы все кидайте. Я слеп. Плюс 3? Плюс 3. Очень лепо, балло, спасибо. Так, 15 плюс 2. 17, у меня 20. 15. Путечку. Ну, ты какие они крутые. Йети. Да. Йети. Один заходит. Йети, дети, да. Йети. Камера включена. У нас камера есть? Да, я сейчас включу. Такое нельзя просто не показать. Да, это так настолько такая офигенная декорация. Мастер-пис. Это просто мастер-пис, если вас. Это мастер-пис сделал, понятно? А мы ночевали в клубе. Так, происходит следующее. Сверху с каскада идет огромный туча холода вниз. Ты сколько нанес урона? 11. Вы видите, как Лорик встает прям притык к этому холодному веянию и лучу, и он дует прям в него. Вы видите, это несколько части этого холода отмерзает и падает, как вода, и сразу замерзает внизу. Кто сколько выкинул? 20. 19. У меня 5. Ой, нет, у меня 6. 6? 15. Вы получаете 34 урона холодом. Это мы? Да, вы двое. А вы получаете половину этого. У меня evasion работает, не работает? На это evasion работает, да. Тогда ты можешь полностью, да. 34 на половину. Я прижался к какому-то. Это 18. Нет, не 18, я вру. 17. 17 урона холода. И сейчас кидаем на инициативу. Как вы видите, с нескольких сторон эти формы выходят из бури. Все, ну что такое? Не, ты круче меня все. Кто круче? Сейчас сколько? Короче, смотри.
Один, я умираю, три, а вы убегаете. Тебя, я их отвлекаю. У тебя два? Нет, у тебя 13. У меня 7. Так, служим. 7. Каспар. Да? 3. 3. Лорик. Тупо 1. Да, Рюрик. Плюс 2. Плюс 2. 3. Так, у меня 13 плюс 4, 17. 17. Понял? Так. Я вам опишу, что происходит первым же делом. Первое, что, когда вы выбираетесь с самого ущелья, вы понимаете, что вы стоите где-то по колену в снегу. Вся местность считается тяжелой, проходимой. Дует невероятный ветер. У каждой атаки на расстоянии сейчас помеха на стрельбу. Очень-очень холодно просто на поверхности, не в ущелье. Входит первая Татхи. А Татхи делает следующее. Она одевает шляпу. И убегает. Давай. Давай, я одеваю шляпу. И что ты делаешь? Что ты думаешь, когда одеваешь шляпу? Я не знаю, это Йети? Ты хочешь представить себе образ этой штуки, да? Перед собой. Окей, ты одеваешь шляпу. И превращаешься в йети прям в тот же ход. Ты двигаешься или нет? Что ты делаешь? Где можно укрыться, так сказать, от холода или чего-то? Спуститься обратно вниз, сюда. Мы убегаем, да? Мы должны идти вперед. У нас есть цель, которая важнее даже наших жизней. Я не знаю, я хожу последним, на меня не смотрите. Давай. Мочи их, Татхи! Я не могу. Уже нет, уже ход использовал. Ну значит, я не знаю. Я хочу. Встань. Куда? Сюда? Сюда? Да. Сколько у тебя ход? 35? 35. Это сколько? 7, да? 3,5 кубика. Можешь вот сюда вот встать. Ходит дальше йети, которые передвигаются 40 футов. Раз, это 10. 10. Один доходит до сюда. Раз, два, три, четыре. Другой доходит до сюда. Этот спрыгивает. Прям вот посреди вам. И делает следующее. Он начинает смотреть на тебя. Как прыгает вниз, вы все поворачиваетесь. Я бы хотел, чтобы ты сделал спас-бросок телосложения. Опять. Окей. Каспар, держись! Держусь! 19. Как он на тебя начинает смотреть, говорю, ты чувствуешь, что в его глазах появляется чуток магии. Ты чувствуешь себя еще холоднее. И до тебя, то есть ты начинаешь понимать, что они владеют точно так же, как и василиски, которых вы встречали, они владеют зором холода. То есть если смотреть им в глаза, они тебя парализируют, и ты начинаешь замерзать, ну, какой-то момент, скидываешь это, и на это все, и пробует когтями тебя один раз ударить. 7 плюс 6, 13 не попадает. И второй раз 14 плюс 6, 20. Ты получаешь 10 колющего урона, плюс 4 урона холодом, и он как тебя бьет, ты чувствуешь, что начинает мороз проходить сквозь твое тело. И второй, кто у нас тут еще? Йети, который ходит сейчас. Сколько высота скалы, на которой он стоит? Вот это вот или вот это? Ну, любая. Вот это все 10 футов, скажем так, вот эти вот маленькие каскады. Этот вот сверху, который йети, он делает следующее. Первым делом он смотрит, ему проходит 2. Нет, не получает он свое дыхание обратно. Он тоже спрыгивает вниз. И ходит Каспар. Окей. Я забегаю за спину этому чуваку, этому йети, который атаковал меня. Угу. Так.
чтобы не смотреть ему в глаза. На самом деле, раз, два, три, четыре, пять. Легко это дело. Легко? Да. Легко как раз. У тебя 50 футов. Ну да. Вот, ну. Так, я его мочу. А ты, увидите, ты Каспар. Оббегает Йети и наносит удар, давай. Если ты ему не смотришь в глаза. Я сзади него стою, я не могу ему смотреть в глаза. Я понял, хорошо. Ну, типа, у него есть глаза на спине. Ты пока бежишь обратно, он... Окей, чтобы мы не ругались насчет правил. Пока он бежит, ты бежишь сквозь вот так вот снег. Он просто делает так. Явно, как ты передвигаешься перед ним, и ты составляешь угрозу. Окей. Так что, если ты ему не хочешь смотреть в глаза, тебе нужно кидать с помехой. Я хочу смотреть ему на мизинчик. Ну, смотри ему на мизинчик. Помехи. Окей, тупо 20 и 19. Попадает. 19 плюс 7 даже. Попадает. 26. Попадает. Первая атака. Так, 16 и тупо 20. Тупо 20, все попадают. Ты что это? Ты руками, ногами, что-то? Это руками. Руками, конечно. Все. Хорошо. Это две атаки были. Так, значит, 5 урона. Да. 7 урона. Пусть кинет спас-бросок на телосложение. Тупо 20. Окей, пусть кинет еще один спас-бросок на телосложение. 8 плюс 3, 11. Он оглушен. Оглушен. Туф! Ты его бьешь, сколько ты ему урона нанес? 17? Так, 5 и 7, 12. 12 и теперь 3. Я провожу ему шквал ударов. А крит ты уже выкинул? Не, это было, я это понял. Это было типа... Я понял. И теперь я наношу ему тупо урон, как бы, так как он оглушен, я бью теперь его с преимуществом, правильно? Да. Окей. Две рукопашных атаки. Так, 19 плюс 7. Тупо 20. Давай. Так, дай мне шестерочек. Убирай. Так, 10, 18. 18 попадает. Спас бросок с ловкости, он не прокидывает, падает на землю. И спас бросок телосложение, то есть силы он не прокидывает, он отбрасывается на 10 футов сюда. Тут между Рюриком и Лориком. Сюда его закидываешь? Да, между ними. Вот так вот валяется. Я говорю, кто следующий? Ходит Лорик. Следующий. Перед тобой один йети, который достаточно беспомощный, валяется вырубленный на данный момент перед твоими ногами. И один йети, который намного крупнее. Видно, что у него какие-то орнаменты на нем висят. И у него его шерсть более покрыта белизной. В отличие от других, которые более синего цвета. Ну да, я так и понял, что он какой-то элитный. Элитный йети. Да. Ну я думаю, я сначала первым будет моим ходом это на массовое. То есть, типа, на испуг. Ну, давай. Я бы хотел бы перебраться через этот камешек, да, наверное, своим ходом. То есть ты можешь на него встать? Не, я хотел бы, чтобы зацепить. Между двумя. Зацепить сюда. Этого. Ага, я понял. То есть, создать 30-футовую дистанцию. Я понял, что для всех. Да, чтобы на всех. И основным действием достать булаву ужаса. Давай. И испугать их всех. Так, этот вырубленный на него это не действует. Вообще без сознания. Да, он без сознания. Ты его вырубил? Да, его вырубил. Ну, типа, так, оглушил. Двое из них вот эти вот выкинули по 6, то есть они не проходят. А этот у него... это на что спас бросок? На мудрость. На мудрость он выкинул 17. Я себе умный. Ну и бонусным действием... Эти начинают... Двигаться. Отойдите от меня! Mm-hmm. Отойдите от нас! Не трогайте нас! Бонусным действием активирую щит. Появляется щит. Рюрик, ты видишь, что один из главных йети абсолютно не поражен тем, что Рюрик, Лорик вытянул булаву, и один валяется без сознания возле тебя. Ну понял. Я хочу попробовать создать заклинание изгнания. Management. Давай. Он должен пройти спас-бросок на харизму. Кто? Главный. Вот этот главный, который не испугался. 14 минус 1. Окей. В таком случае происходит следующее. Да. Заклинание изгоняет его на другой материальный план. Правда, не... Не навсегда. Что? Нет, к сожалению, я не могу... То есть, если это существо...
находится на своем естественном плане обитания, да? То есть здесь, то я могу его изгнать на какой-то вредный для него план обитания. Но я его могу изгнать на одну минуту. То есть я понял. На длительное время. Я такой, милейший, выйдите, пожалуйста. Ого, аж как с пудрой, аж со снегом. Он испаряется. И я вызываю бонусным действием молот. А, подожди, нет, я не смогу вызвать, потому что... Ну что ты использовал. Да, окей, все. Все. Следующим ходит волк, который отходит и с разбега прыгает через два каскада прям на Лорика. Я бы хотел, чтобы ты сделал. Урон от 20 футов падения. Что? Не получает урона, не выше падения. Он может нормально позволить себе. Я думаю, что он сможет это позволить себе, как это огромный волк, который перепрыгивает. Ну, если ты видел когда-то, как газель поднимается сквозь на вертикальную стену, и какие она прыжки делает. Okay. И это простая газель, которая живет просто в горах. Okay. А это огромный белый волк. Кинь, пожалуйста, спазурсок на силу или на атлетику? Атлетику. Давайте мы этого волка усмирим и одомашним. Он будет нашим. Мы будем на нем ездить. Так, это по твоей теме. Сможешь? А ты не читай. 21. Он выкинул тупо 20. Да, это уже со всеми усами. Так. Ну так это на атлетику. Winter Wolf. Так, у него 24 выходит. У тебя сколько вышло? Чего? Атлетика. 21. 21. Он тебя сбивает с ног. Ты получаешь... Не действует. Ты получаешь 8 урона. Ага. И следующим он... Ничего не может сделать. Прям как на тебе лежит. Дышит тебя холодом прямо в лицо. Я бы хотел, чтобы ты с помехой кинул спас-бросок на ловкость. Чёртово дыхание, что ты жрал перед этим? Чеснок. Ледяной чеснок. Почему такие все эти? 8! Ой-ой. Ты получаешь еще 17 холодного урона, и ты считаешься парализованным до конца своего следующего хода. Ты можешь кинуть это. Вы видите, как Лорика запрыгивает волк на него. Сейчас его видно, что этот волк вовсе не естественный. Он гигантский, с белой-белой замерзшей... Что? Задницей? Сзади. Вместо его естественной просто как бы гривы, у него лед, и его синие глаза просто сияют, и ваш товарищ Лорик просто покрывается льдом, и он замерзает, и ходят дальше. Татхи! У Татхи, кстати, вроде зуб зимнего волка на шее болтается, насколько я помню. Что, если я копну Лорика, что случится? Кого? Ничего Лорика. Не случится. Лорика? Ничего, он парализован. Он парализованный, замерзший. Надо наоборот отогреть, а не копать. Сейчас, жди, я сейчас сделаю тебе тушку. Давай. Холодного волка. Давай. Давай так, я бонусным действием, то есть огромный снежный йети бонусным действием кидает метку охотника на волка. Ну, она огромная. Да, я понял. Достает маленький лук. Который на самом деле длинный. Да, который на самом деле длинный. Да, я понял. Спичку. Спичку. И стреляет. Давай, стреляй. Как, в какого из йети ты ставишь? Волка. А, волка, извините. Где? Где же кубик? Толка? Там, за майком. Да, сколько? Тупо один, да. Тупо 20. Давай, а раз. Ты с помехой стреляешь, да? Она с помехой стреляет. Два кубика. Нет, сейчас будет тупо 20 добавить. Тупо 20 и тупо 20. Я верю в тебя. Да. А, давай. Один и один. А, да! Один. Первый выстрел вылетает ветром сносит, да, первый. Второй. Одиннадцать. Второй выстрел тоже так. Уже близко к нему, но отлетает сквозь погодку. Ходит дальше и... Да? Ты передвигаешь? Да, и можно я передвинусь туда ближе? Куда? К нему? К волку, да, я достану лёд. Раз, два, три.
Ты можешь дать вот возле лорика. На лорика. Да, он, кстати, валяется. Можно его положить. Ну, так, вот у нас целая лежащая это. Так, лежащая вечеринка. Так, следующий йети, который он проходит и точно так же бросается вниз. Он не испуган? А, да. Они два испуганы. На самом деле, ты парализован и весь испуг. Ну подожди, это же... Не, это не просто испуганы, это их состояние. То есть они в конце хода должны прокидывать Маркусу. То есть он в конце хода дал, то есть он отходит на 40 футов. Да. Прокидывает. Вот этот тоже должен отходить от лорика. Падает. А пробегая мимо меня. Он подошел к лорику. Он не отходит от тебя. Он тоже прокидывает, и как он видит еще лорика булаву, скажем, чтобы быть... Он будет кидать, он атакует с он помехой. В конце хода прокидывает. Все, конец все, хода. Окей, окей. Короче, они двое уже избавились от эффекта. Да. Ну этот ход еще типа тут подержал их. Frightened creatures have disadvantage on ability checks and on attack rolls, так что он может атаковать. Окей, ну с disadvantage. Disadvantage, все правильно. Так, первый он выкинул 4. Второй... 12 плюс 6, 18. Ты как раз отбиваешь его, как он стоит и иногда переглядывает на булаву, которая валяется у лорика на поясе. И ходит дальше Каспар. Я иду этого добивать. Вот этого? Да. Давай. Я хочу с другой стороны стоять. Ну понятно. Давай. Да, 20-ка. Бери 20-ку. Так. Моя тебе везет дальше. 19 плюс 7. Попадает. 11 плюс 7, 18. 18 попадает. Так, давай накидай урон. Так, 8. 6, это 14. 14, понял. Он еще как? Он еще живой? Он выглядит абсолютно хорошо. Окей. В таком случае еще наношу ему шквал ударов. Давай. Так, 11 не попадает. Или попадает? 11 не попадает. И 22. 22. Попадает? Попадает, да. Окей, урон. 10 урона. 10 урона, понял. И я его скидываю вниз со скалы. На 10 футов. Сюда? Да. Я думаю, если он без сознания, он немножко хотя бы урона получит. Угу. Так. 10 футов. Хорошо. Еще 8 урона получаем. Ха. Туф, он падает вниз в снег. И... Я прячусь за камень. Прячусь за камень. Встаешь сюда, да. Так, я хочу на самом деле посмотреть banishment, как он работает. Пока он держит концентрацию, типа он этот пропал, а если он пропадет концентрация, то он вернется. Да, на одну минуту. Ну или одна минута закончится, он вернется. Как бы обратно там где был. Понял. Так. Ходит лорик. Кидай спас бросок против парализа на телосложение. То есть мне нужно кидать спас бросок. 20. Ты успешно выбиваешься из льда, и это заканчивает твой ход. Ходит Рюрик. Окей. Он даже встать не может, подвигаться. Это в конце своего хода он делает. Okay. Он прямо рядом со мной, да? Вот этот вот прямо рядом с тобой, да, стоит. Хорошо, я использую Thunderwave, да. Вот так, Thunderwave использую на втором уровне. Он должен пройти спас-бросок на телосложение. Окей. Он выкидывает 2 плюс там 3, 5. Значит, проходит. Я наношу ему. Типа не проходит. Ну, да, в смысле, он проходит. Получает 11 урона громом. Его отбрасывает на 10 футов от меня. И он лежит. Правда? Даже придет. Он сбивается, но нет.
Не сказано, что сбивает. Ты его откидываешь Thunder Wave'ом, ты хочешь нанести... В тот же момент, как ты бьешь по щиту и ты сбиваешь Thunder Wave'ом, его громом, вы начинаете слышать... Беги ко мне! Да, он, наверное, лавина. Это лавина, да. Я такой, ой-ой-ой-ой-ой, и ковыляю туда, в сторону всей этой толпы. Ребята, тут, кажется, лавина будет сейчас. Ну, сейчас посмотрим. Молотом бьешь еще? У тебя есть молот мерцающий? Нет. Ты... Еще я... не вызвал. Не вызвал, ага, я всегда забываю, да. Ты передвигаешься туда. Ходит Татхи. Как Татхи начинает свой ход... Сверху вы видите, что отбивается кусок скалы и начинает собираться. И с самого верха начинает лететь лавина вниз. Я бы хотел прижаться к каскаду стены. Типа, когда твой будет ход, да, окей. Реакция. О, то есть тут 6 секунд происходит, лавина еще не тут, она ну, начинает просто, двигаться вниз. Так, что у нас? Но я только одного человека могу засмотреть, я беру кулак и... Татхи, что ты делаешь? Да. Перед тобой белый волк. Да, ну ничего не будет. Ты начал рисковать. Ну давай. Я другую цель подготовлю, но тоже... Плетка. Давай, бей его плеткой, ради бога. Окей, ну сейчас узнаем, сколько далеко лови. 15-7. Попадает. Вообще шум здесь. 14+7. Попадает, 2. У него этот, к холоду есть иммунитет? Ну, я подозреваю, что да. Мало ли, может, это волк? 2, 1. Блин, метку. Просим метку. Почему идет? Я что-то вижу много каких-то кубиков непонятных. Уже я что-то не очень понимаю, уже какие это кидаешь. Метка, урон, колосс. Ага, понял. Я никогда не понимаю. Сколько у тебя вышло? Так, 8+. Есть ли что-то? Ага, и что там добавляется? Что добавляется? К чему добавляется? За Ловкость твоя, точно так же, как и к твоей стрельбе, только минус 2. 8+8, 16+2, 18+1, 19+2. 21. 21. Угу. Ну да. Ты бьешь по волку плеткой, и холод от плетки отплескивается просто и покрывается. Дальше на нем лед еще сильнее встает. Он не чувствует ни атаку от холода, но от самой плетки видно некоторые порезы по его телу. Ходит Йети. Йети без проблем преодолевает это. Раз, два, три. И пробует ударить Рюрика. +6 – 18 и +14 – +6 – 20. Вот вторая атака проходит, но прежде чем он наносит атаку, я использую ярость шторма. Он должен сделать спас-бросок на ловкость. Угу. Это прежде чем он делает или как попадает по тебе? Вот вопрос так, потому что это при попадании ты можешь это сделать. Или это ты делаешь перед ним? Окей, ну, потому это большая разница. Просто написано with the reaction, типа. If a creature hits you, if a creature hits you. Ну, типа да. Mm-hmm. Перед или в до. Ну давай делай. Не знаю. Нет, если давай, ты хочешь, давай, то делай. Кидай. В процессе. То есть. Одновременно. Может. Аючи. Да, я думаю, да. Что поскорее одновременно. Да. Ты получаешь 7 режущего урона, как он своими когтями влетает в тебя, и плюс 6 урона холодом. То есть вместе. 13. Тебе нужно прокинуть спас-бросок на 17. На телосложение? На 10, извиняюсь. Да. Телосложение? Да. 10? Это на концентрацию. 10, да. Да, проходит. Угу. И я бы хотел, чтобы ты сделал спас-бросок телосложения, как он начинает тебе смотреть прямо тебе в глаза.
16. 16. Следующий встает, тратит свой полхода. И он получает, да? Он получает, я использую максимальный урон, 16 урона громом. Ага. 16 урона громом. Гнома. Так, это тот, который пробежал сквозь, а это тот, который сбили. Понял? 10 футов подъем. Это опять гром. Вы видите, что еще одна кусок скалы отваливается, и первая часть усиливается. Рюрик просто не сразу понял, что это из-за грома. Вы понимаете, что через два хода полного круга лавина достигнет вашей каскады. Сколько расстояние сейчас до лавины, примерно в футах? 16 каскад. Ну, два раунда. Два раунда. В футах. Больше, чем 400. Скажем так, лавина двигается за ход 120 футов, то есть 240 футов. Окей. Он поднимается, у них и лазание есть 40 футов, без никаких проблем доходит до этого. Первая атака 21, вторая атака 23. Проходит. Так. 3 плюс 4, 7, плюс 5. 12, пополам 10 опять выкиды. Плюс, подожди, 12 урона. 12 урона и на 10 кидай на концентрацию. Короче, план Б. Ты прокинул? Нет. В тот же момент появляется из больших йети. Ты получаешь и еще 12 урона на следующий. Еще, еще да. 12, я да. Без сознания. Офигеть. Все, точно план Б. План Б. В этот момент... Ты хотел еще другой план у тебя был? Этот йети продвигается 40 футов. Раз, два, три, четыре. Сюда вот стоит. И ходит йети-главарь, который прокидывает 6. Подожди. Да? Я тебя слушаю. Все-таки, если они меня вырубают, то есть за последним, две атаки, которые по мне проходят... Я еще тогда использую две ярости шторма. Это одна реакция. Вот. Это реакция. Это одна реакция всего лишь? Окей. Один раз это можешь делать. Использовал на этого. Не, в один ход у тебя есть одна реакция. В каждом есть одна реакция. Так, следующее происходит. Появляется старик, который поворачивается к вам, и вы стоите просто в идеальном конусе для него. И он... Я за камнем спрятал. Кидай на телосложение с преимуществом. Ты автофейлишь. Кидай с... на телосложение точно так же. С преимуществом? Нет. Какой у него конус? Скажи мне, пожалуйста. Что это самое? Ну, он меня видит. Ты стоишь прямо перед ним. Чувак! Что ты вкинул? 20-20. Молодец. Такого не бывает, блин. Да, ты йети. Ты замерзся, йети. 16. Я бы хотел, чтобы ты зачеркнул один бросок этого. Ты как превратилась в йети прямо перед ними. Явно они знают своих собратьев. Даже если они были бы совсем тупые, они могут различать тех, которых нет. То есть среди них... У них есть бэджик, знаешь. Ну, то есть как бы есть различия. Так. Если ты кидаешь... Каспар? Да. Если ты прокинул две двадцатки, ты можешь использовать evasion для того, чтобы полностью скрыться. Я так и делал. Я камень. Сразу еще говорил, что я спрятался за камень. Да, ты прячешься за камень, как идет волна. Вы получаете все обои по 45 холодного урона. Окей, я умер. Ты тоже умер? Да. Окей. Ну, типа без сознания, в смысле. Ты как? Сейчас стоишь? Хороший вопрос. Да ладно, серьезно? Да. Окей. Ходит Каспар? Дерьмо. Ты видишь, как после первого же дыхания... Посчитай хорошо свои... Так что считать хорошо? Здесь уже больше, чем 90 даже. После первого дыхания ты видишь, ты прячешься, смотришь обратно и видишь, что Лорик лежит без сознания, и по нему полностью лед проходит. Татхи, которая отдула в стенку, прям примерзла к стене.
Один ход до лувин. Рюрик. Там без пунктов, это типа 6d6, это ничего. Рюрик полностью примёс к низу первому слою снега, и достаточно выглядит все плохо. Хорошо. Единственный, который выглядит, который достаточно побитый из йети, и льется кровь, это вот этот вот. Я вливаю зелье лечения Лорику. Да. Бонусным действием. Хорошо. Действием открываю, использую свой плащ, концентрируюсь. Хочу открыть врата измерений за лавиной. Угу. Взять Татхи с собой и туда переместиться. Лорик тем временем я подозреваю, что сколько встает. Ты меня знаешь? Он не встает, он лежит. Ну, типа лежит, да? Я понял. Лежит. Так, сколько там? D4 плюс 4. 6. Но ты как бы в сознании. Окей. Все, действуем по плану. Вы двое используете шаг сквозь измерение и... Ты вместе, наверное, на руках Статхи появляется над лавиной, и ты видишь, как эта лавина прямо на твоих друзей, на твоих компаньонов летит уже, и ты понимаешь, что доль секунды они уже достигнут этого. Ты оборачиваешься обратно, и ты стоишь прямо у входа в разрушенный храм, который за тобой, который порезан напополам. А Лорик? Я трачу полхода свои на то, чтобы встать. Да. Бонусным действием выпиваю зелье полета. Окей. Disengage. Какой disengage? Действием disengage, чтобы тебя не били. И забираешь? Да, так можно. Действием disengage, короче, и забираю Рюрика! Ну ты даже при полете только туда доходишь. В полете? Сколько у тебя полета? 80 футов полета. Сколько? Полет у тебя стоит. Что там, да? Равную скорости вашей ходьбы. Ага. То есть у тебя в данный момент есть, я чтоб сказал так по-честному, 20 футов ходьбы. Для того, чтобы поднять Рюрика даже на какую-то высоту. Окей, оттуда... подожди. Что я использовал? Я использовал бонус. Ты можешь использовать дэш. То есть удвоить свою скорость, чтобы поднять Рюрика на 15 футов над всем. Ну, волк будет атаковать тебя. Могу ли я использовать свой божественный канал? Для чего? Например, для хейст. Это заклинание, да. И увеличить свой действие. Скорость и передвижение, и схватить его, и подняться выше, например. Это тебе даст точно то же, что использовать. Нет, это мне счет, даст дополнительную... Мне даст disengage и даст... Да, все правильно. Это. У тебя тогда будет удвоенная скорость, то есть ты сможешь под... Давай. Ну, я использую тогда божественный канал. Использую для того, чтобы disengage'ить? Нет, я использую для того, чтобы использовать заклинание Haste. Haste, да. Потом он мне дает дополнительное действие и disengage. Да. И увеличивает мой КД, и увеличивает мое расстояние. Да. Своим расстоянием я хватаю, когда я ухожу. Ты используешь disengage или нет? Вопрос. Да. Он же получает дополнительное действие. Я понял. Для того, чтобы забрать Рюрика между двумя йети, они точно так же могут напасть на тебя, как ты будешь наверх лететь. Ну, он сделал disengage. Да. Они не могут напасть на него. Никто не может напасть на него. Никто не может. Если он сделал disengage, в этом ходу на него не действуют атаки. Это так, вопрос тебе, пока все думают, что делать. Хейс тебе дает плюс, удваивает твою скорость, плюс 2 КД, у тебя плюс одно действие будет. Со своим основным действием ты использовал хейст уже. Да. То есть у тебя остается одно действие для да. того, чтобы да, использовать disengage и подняться на 5 футов вот так вот над этой всей фигней. Это все, что я смогу максимум. Максимум. Выжить из этой ситуации. Подожди, а у тебя 30 футов передвижения. У меня 30 У тебя стало 60 из-за хейста, ты использовал 15. Да. У тебя 45 футов передвижения. Сколько до Рюрика передвижения? 20 футов, да? Ребята, давайте, чтобы... Я парю, я могу... Первым же делом, он бонусным действием использовал это. Да. Вторым же делом он встал сначала, потом использовал хейст. 15 футов это, чтобы встать. Да. То есть у него еще 45. То есть, но полета, то есть я... Он встал и использовал хейст. Это не тяжелый трейн для 30 меня. 30 футов. Я могу
тянуть до короче, такого, что мы делаем бэк постоянный, я хочу сделать, но нельзя. Никто не делает. Все, я хочу сделать максимально выгодную ситуацию. И я понял. Короче, что ты делаешь? Ты вскакиваешь, понимаешь ситуацию, кастуешь на себя хейст, ты чувствуешь, что твое движение ускоряется. Ты отпрыгиваешь, как волк пробует тебя словить. Ты сквозь Йети поднимаешь за шкирку бессознательно. За бороду ледяную просто. За бороду ледяную. Поднимаешь Рюрика вверх. На 20. И... Рюрик, твой ход. Кидай спас бросок смерти. Держись, Рюрик, сквозь мглу. 8. Зачеркни. Татхи, бросай спас бросок смерти. Как тебя держит... Каспар сверху, смотря как... Это я уже, наверное, ее положил на землю. Для того, чтобы начать оказывать тебе первую помощь. Ходят йети. Вы парите ровно на... 20 футов. 10 футов. Сбрасывай меня как бомбочку. 20 футов. Заряжаю тебя. 15 футов он пролетел. Я ему 5 футов дал, чтобы он поднял это все. Что поднял? Ну, смотри, у него 60 футов. У него не было 60. У него 30. У него 30, 15, 30 у него было 15 футов, он продвинулся и поднял ты его. Ты умножаешь общую скорость передвижения, не? 60 общая. Ну ладно, короче, как гейммастер скажет, так и будет. Чё? Или то, что осталось передвижения. Чего вы будете спорить? Ну ладно, окей. В тот ход я бы умножал то, потому что на самом деле это должно быть все сообразительно. Можно улететь вдаль, если хотите. Будем еще спорить со мной? Да, вот нечего спорить. Я не вижу смысла спорить, потому что, блядь, если лавина завалит, лавина это пиздец, там 15 футов не спасут, понимаешь? И сейчас спорить про эти 15 футов это вообще бессмысленно. Окей. Все, окей. Ходят йети. Это бессмысленно, потому что ходят йети, которые берут камни и начинают вас пулять. Не знаю, зачем полчаса спорить о 15 футах. Первый йети кидает 6 плюс 6. 12, попадает? 22 у меня тогда. 10 плюс 6, 16. 7 плюс 6, 13. 12 плюс 6, 18. 4 плюс 6, 10. 5 плюс 6, 11. Главный йети. Что происходит? Главный йети выкидывает 12 плюс 11. 12 плюс 11. 23. 23. Два раза. 23 два раза, давай. Один урон! Плюс... Чё плюс? Он камень кидает. Два камня кидает. Окей, второй камень. Минус один. У него 6 хипов, если что. Плюс 5. Ну падаем, как сбитый бомбардировщик. Ты видишь, как Лорик поднимается. Я не вижу, потому что там лавина. Лавина идет, ну он же поднимается на 30, 40, 70 футов над этим. И ты видишь, как Лорик падает. Они большие камни кидают? Нормальные. Нормальные, я скажем так. У них нет помехи на бросок от ветра. В большом... Дальнобойных атак. Да, кстати, между прочим, ты говорил, что у меня есть помеха на дальнобой. У тебя есть, ты кидаешь, ты стреляешь с лука. Какая разница, это тоже дальнобойный, нет? Когда ты бросаешь камень, это не такая дальнобойная. Не такая дальнобойная. Нет, так серьезно, стрела, когда летит стрела, типа... Так я стояла возле 20 футов. Окей, мы попытались. Камнями бросаться, ждите, ждите. Встретимся в измерении. Происходит следующее. Лорик, твой план не сработал. Ракеты там, дайте. Че у меня тут? Вопрос. Черлисты давай. Так. О, тебя смыло. Меня смыло. Вы так с это активно пузиками там. Не-не-не. О, терлись пузиками. Так. Я готов. На ход раньше надо было план Б использовать. Надо было сразу использовать. Ты стоишь наверху над храмом. Для эпичности держу в руках. Держишь татхи. И видишь, как... Ты видишь, как Лорик уже поднимается наверх. И в тот момент... Он падает камнем вниз. Камнем по голове. Ты понимаешь, что пацанам глина. Падает вниз. Лавина. Лавина сходит. Да, несколько сотен футов вниз в долину. Окей, да. Я включаю свой бипер, да. Начинаю искать. Ну-ну. Проходит несколько секунд, пока лавина пролетает дальше. Ты видишь, что сквозь
снег. Прорывается одна рука. Вторая. И двое из йети вылазят наверх. Но они достаточно далеко. 400 футов. От тебя и смотрят вниз. На этот момент вы двое. Отдавайте мне ваши листы персонажа. Видите? Своим богам. Тьму. У тебя было два фейла. Нету ничего вокруг вас. Лорик, ты паришь во тьме. Ты замечаешь и чувствуешь этот холодное прикосновение, которое ты уже знал тогда, когда смерть приходит за тобой. Зрение, такое-то было бы прикольно. Это астральное зрение. Ты видишь? Да. Ты видишь ничего, то есть тьма. Ты только чувствуешь руку, которая... Это моя мать. Которая... Ты в какой-то момент падаешь, как перья. Ладонь. Ты видишь, что тебя что-то держит в этой тьме. Ладонь худая, костлявая. Ты знаешь, кто это. И поднимается сквозь всю тьму того, кого ты видел, который сидит в башне и ожидает тебя. Келимбор. Он смотрит вниз на тебя. В этот раз он совсем-совсем не такой, как он казался тебе. Он велик, он могущественный, он оккупирует все пространство тьмы. Куда ты бы ни смотрел и ни двигал лицо, ты не можешь ему ни в глаза смотреть. Он приближается, его гигантское лицо, его голос звучит со всех сторон. Говорит тебе: ну что ж, мой паладин, конец ли это твоей судьбы? Скажи мне, завершил ли ты все свои дела? Он видит. Все мои дела были завершены уже очень давно, но ты мне подарил второй шанс и жизнь. И я подвел тебя. Так что тебе решать, завершил ли я все свои дела на этом бренном мире или нет. Скажи мне, мой чемпион, что ты видел на другой стороне, там, куда моя рука уже не касается. Так, это где это? В стране? За башнями. За башнями. Он про материальный план. Я видел зло. Я видел то, что не должно было случиться. Я чувствую большую несправедливость по отношению ко всем, кто там. Кто же это зло, мой паладин? Я не знаю, не могу описать это зло. Он носит имя Тысячеликий Принц. Но... Мой брат вернулся? Я думаю, да. Я думаю, это он. На это все. Его кулак сжимается рука. Ты чувствуешь меньше и меньше места. И в какой-то момент... Первый раз за долгое время ты чувствуешь не холод от него, а какое-то тепло. Он говорит, открывает ладонь и говорит тебе: не бойся, мой маленький паладин, это еще не конец. Ты? Чё за хрень?
я ничего не вижу. Лорик, алло. Кинь на внимательность. 14. Ты смотришь вокруг, никого не видно. Абсолютная тьма. Алло! Эй! Алло! Такая бесконечная черная пустота. Ты просто левитируешь, ты замечаешь то, что ты полностью голый. Алло! И чистый. Как новорожденный. У него... И знаешь, камера удаляется, удаляется, удаляется. Бесконечности маленькая. Алло? Это как в желе. Тут кто-то есть. В какой-то момент, когда ты левитируешь во тьме, Рюрику кажется уже, что это вечность прошла. Что все это сон какой-то. Ничего не происходит вокруг. Все тихо. И в какой-то момент в дальнем-дальнем горизонте тьмы слышно дальний-дальний гром. Алло? Тут есть кто? Включите свет. Алло? Пожалуйста. Мне страшно. Тут одиноко. Лорик! Алло? В какой-то момент ты понимаешь, что из веселого Рюрика, который всего мог шутить, ты начинаешь познавать воистину одиночество и страх того, что ты останешься тут навсегда. Кинь, пожалуйста, спас-бросок на мудрость. 11. Ты можешь сдержать свои мысли, как ты чувствуешь, что из твоего тела... Я уши затыкаю, чтобы они не выбегали. Начинает что-то вырываться. И перед тобой появляется длинная-длинная золотая нить, которая держит тебя в темноте. Ты видишь, что в какой-то момент эта нить начинает полностью пропадать. У тебя есть одно действие перед тем, как оно полностью пропадет. А ты видишь, как сдалека она как динамит, скажем так, она пропадает, и она идет ближе и ближе к тебе. Как фитиль. Как фитиль, да. Как фитиль, да. Как фитиль. Все действует, но я все-таки остается таматургию. Давай. Я использую таматургию, я усиливаю голос. Да. И что ты говоришь? Думай, потому что это последний шанс. Я говорю... Талос! Талос! Я знаю, что ты слышишь меня, старый хрен! Я тут, блин, подыхаю в поисках тебя, а ты фитилями меня какими-то пугаешь, да? Может, хотя бы раз отозвался, а? Отвечай! Пролетает твой голос сквозь тьму.
проходит мгновение, проходит вечность. Ты видишь, что твой фитиль уже совсем близок. И в один момент... Ну давай! Далеко-далеко-далеко в темноте бьет еще одна молния. Сейчас ты ее видишь. На этот момент твоя концентрация вся удержана этим. Бьет еще одна. Бьет еще одна. Бьет еще одна. И в один момент эта молния поражает тебя. И в молнии ты слышишь один голос. Один единственный, который пронзил все, что твоя, всю твою сущность. Ты слышишь? Не смей умирать, говнюк! В этот момент свет, ты лежишь полностью покалеченный. Это была лавина, все занесено снегом. Фонтан. Ты лежишь побитый, переломанный, с перебитым носом. Ты поворачиваешься направо и видишь, что возле тебя лежит Лорик, который не двигается, лицом во льде. И на этом мы сегодня закончим. Я тем временем достаю свой спальничек, закутываю в него Татхи, согреваю ее теплом своего тела и делаю ей искусственное дыхание. Я прихожу в себя, да? Да, ты приходишь в себя. Офигеваю. Проходит несколько секунд, ты понимаешь, что твоих друзей вовсе нет, их снесло, и ты понимаешь, что реальность не может быть на их стороне. Ты видишь тьму. Сегодня закончим. Epic shit. Это так мило, что ты звал меня, когда ты был в никого-то там, ни сучки всяких своих. Меня. Сука! Короче, Лорик не сохранился. Увидим следующую игру. Начнет ли Олег у нас играть с новым персонажем? Так сохранился же, это же еще не конец. Все в порядке. Кто тебе? Ну, Келлимор мне сказал, что все хорошо. У него есть на тебя другие планы, в других планах. Но... Может, ты превратишься... Может, он мне реинкарнацию замутит. Да, превратишься... В духа мстящего. Вортекса. Я просто, насколько я помню, насколько я помню из всяких пророчеств, которые мы слышали, то Лорик оставался последним шансом. Если я помню правильно. Да, да, да. Ну, может, это будет еще самый последний. Последних не бывает. Может, это воскрешение. Никто не знает. Последних не бывает, бывает крайний. Все. Крайний. Как у парашютиста. Да. В общем, у тебя осталось заклинание какое-то? Не, есть рвать. Интрига. Увидим, как все будет. Точно, что повысился спас-бросок на Revivify. И все будет зависеть от того, что как ты будешь его воскрешать. Искусственный. Будет ли это зомби? Я буду очень-очень строг к этому. Ну, увидим в следующей неделе. У вас есть целая неделя, чтобы придумать ритуал. Чтобы придумать ритуал или позвать на помощь, не знаю. Переименуем чатик. Как убить дракона в чатик, как воскресить Лори. У нас есть такой чатик. Да. Да. У нас есть две подруги. У нас есть подруга колдунья, между прочим. Где-то в банке. У нас есть свитки послания к гильдии воров. Нет, 5 штук. Напишите букву Г.
Что у нас еще есть из этого, не из какого-то такого? У тебя есть эта синяя хрень, жемчужина, и Рудаши. Будет странно, если мы их вызовем на следующий день, потому что мы ушли. Ну, почему бы и нет? Может, это не лучше у меня делать искусственное дыхание. Да, кстати, блин, у нас была эта хрень, надо было их вызвать. Ну ладно. У нас есть гор. У нас есть гор. Гор его не оживит. Нет, ну типа, ну уже поздно, как бы все, все, все. Момент упущен. Так я же говорил использовать гору. Но я же к нему не привязан, как бы там настроен, не настроен. Не уверен, что можно настроить. Ну я не знаю об этом. Ну, хотя бы нет и пока. Это было близко. Кто там ставки ставил, что кто выживет? Да-да, я знаю. Забирайте свои золотые. Давно не ставили ставки, кстати. Тут, короче, выживальщик выжил один. Так, давайте, ребята, кто еще остался, мы будем рейдить другой канал. Между делом, чтобы слететь с этой очень печальной ноты, я сейчас подберу каналчик там, куда мы, что мы будем делать. Там Келлинвор рвет руки и ноги для того, что он все решает. Надеемся, что все он решает. Видишь, ты заболел и все посыпалось. Так, сейчас будем пробовать, что делать, что, как и почему. Так, я отойду, вы, ребята, пока можете обсуждать, что вы будете что делать там? В следующий раз. Что там, что там? Тут пишут, что кто-то... Это, вот, рейд во имя Лорика. Ну давайте, кидай. Рейд во имя Лорика. Берите эти священные стяги. За Лорика! Пойдем искать его душу где-то на других каналах. На других каналах. Крестовый поход. Я подозреваю, что на таких каналах, которые тут нельзя показывать, его душа где-то летает, судя по картинкам с его подругами и драконами. Я с Хью Хафнером все в порядке. По-моему, ему там хорошо, где он есть, и он не хочет. Лорику на лечение скидывается. На протезы. Теперь у тебя отвалится хвост. Если в прошлый раз и ты остался слепым. И вообще ты прижимтичься в этого. В этот раз, если ты оживешь, я даже не знаю. Не знаю. Вы можете мне сделать голема? Я видел. Механического. Мы сейчас вещаем, не вещаем. Мы все вещаем. Мы вещаем все. Ну ладно. Короче, офф-топ немножко метагейм. Я видел недавно как раз в ютубчике обзор класса, который сделал Мэтт Мерсер. The Lingering Soul, который блуждающая душа, да. Которая типа после смерти выдается время от времени, если это уместно. А, и будет такой лорик. Ну, типа того. Он как бы вселяется в какое-то тело, если... Да, он может вселяться в кого-то из своих товарищей, типа, ну, как бы, и вокруг него 150 метров летать, или в какой-то предмет. Ну, а что, будет прикольно такое, ты стреляешь сначала там, например, он такой берет такой, типа, не, он тобой не управляет, он просто, типа, живёт в тебе. А какой тогда толк? Ну, он может вселяться в других существ, как призраки, допустим, он может атаковать, там, типа, какой-то урон наносить. Чем? Ну, духовно. Эктоплазмой. Ну, как эти призраки мощат. Я между делом, такой, между делом, бог. Между делом. Сегодня я впервые, мой персонаж впервые умер. Ну, в этой компании. Впервые. В этой компании. Ты еще, не только еще и поломанный. А, в этих ты же умирал тоже. Нет, он не умирал еще ни разу. Кто бы его воскресил? До этого ни у кого не было. В смысле не умер? Я имею в виду... Два персонажа уже умерли. В этом, в Tomb of Annihilation. Ну, так это так такое. Это такое, это ваншот, да. Ну, блин, ты, типа, тоже ж игра? И в этом, и в Eclipse Fight. Ты понимаешь, это типа умереть персонажем, которым ты играешь 4 часа, и ну, умереть да. персонажем, которым ты играешь 1 год. Минут. Ну да. 1 год! Блин, вот так вот, чуть-чуть не хватило вам. Один. Нам реально 1 хп не хватило. Реально, ты плохо бросил. Вам на самом деле не хватило, наверное, одного хода. Когда началась лавина, вместо того, чтобы бить, надо думать о том, как... Там мы уже начали думать, как только лавина начала убегать. Там мы сразу же... До меня ход дошел, я сразу типа сдал. Да, мы сразу же смывались. Там мы не бились ни с кем. Ну да, ну блин. Shit happens. Бить громом в... Не, ну типа это могло бы нас как бы да, спасти, если бы все сработало. Если бы все сработало, мы бы улетели. У вас был какой-то железный план? Ну да, вот да. этот, ну, это такой. И был план как бы. Это и был план, да, свалить оттуда. О, кто-то в героев играет. Начинаю рейд
Все готовы? Ну давай, давай. Давай. Сделай это. Александр, я иногда тобой поражаюсь. Я пока зайду в Discord посмотрю. Ребята, все готовы к рейду? Мы будем рейдить героев третьих. Давайте, я готов. Чувак играет в героя, давайте покажем ему, что мы тоже... С хэштегом тоже... Лорик живи, как да, договаривались. Да, хэштег Лорик живи и готовимся. Рюрик тоже Опа. Живи. Погнали. Переходим по рейду. Живи. Раз, два, три, только двое в рейде, трое, Где? Пятеро. У меня нету, как его? В мобилке нельзя отбирать. Ребята, переходим на рейд. Вы, ребята, нас все кинули. Вот так вот. Пять человек, которые рейдят. Все. Из 25. Слабаки. Вам. Они, может, еще не подбежали. Это ради вас может, мы умирали. Может, они пошли за пельмешками. Кто там 30 пельмешек смотрел? Ради них мы умирали. Они даже не могут в рейд пойти. Вообще. Вот так вот все. Ну, ладно. Ладно, даже десяточку не набрали. Ну, ладно, будем в следующий раз... рекламировать рейд больше. Надо нажимать в чатике, если кто не знает, где рейд. Но, видимо, многие смотрят. Напиши еще раз. Ты все уже написал. Все уже. 10 секунд. 5, 4. Всем спасибо, ребята, кто нас смотрел. Пока!